Здравствуйте. Если кто-то пришел, напишите, пожалуйста, что-нибудь в чате. Если кто-то уже есть из зрителей, любой символ, знак. Давайте я напишу первое. Вот, добрый вечер, появилась Яна. Добрый вечер, Яна. Так, как я поняла, меня хорошо слышно, да? Видно хорошо? Проверим связь, как обычно. Евгения, здравствуйте. Готовы рисовать сегодня? Или просто будете смотреть? А потом уже по записи рисовать. Ага, Евгения, спасибо. Видно и слышно хорошо, понятно. Угу. Я думаю, что вы знаете, да, кто я такая. То есть, скорее всего, вы не первый раз уже видите мое лицо. И знаете, что я занимаюсь пастелью в основном, то есть рисую я и маслом, и пастелью, и акварелью иногда. Ну вот основная моя деятельность связана с сухой пастелью. Вот, поэтому вебинары у нас мои, которые я веду в этой школе, они пастельные. И также мои курсы по сухой пастели тоже есть на сайте школы Lavanda School. Так что я вас приглашаю ко мне учиться. Я такой преподаватель, который не оставит что-то непонятым. То есть вы обязательно поймете, отработаем материал с вами так, чтобы результат был. Вот. Мне важно, чтобы каждый добился результата. Вот. На этом вебинаре мы с вами порисуем цветы. Я взяла самые простые для изображения цветочки, тюльпаны, чтобы мы с вами уложились в вебинарное время. Если брать более сложные, то это затянется на несколько часов. Я понимаю, что часовые пояса, наша Россия-матушка большая, нас слушают также и за рубежом. То есть мы, я и школа, мы бы не хотели мучить людей, у тех, у которых часовой пояс сейчас такой, что уже глубокая ночь. Либо к концу вебинара будет глубокая ночь, поэтому коротенький сегодня будет такой этюдик. Тюльпаны я взяла розовые, потому что, ну, в принципе, женщины в основном моя аудитория. И цвет достаточно такой приятный в эти осенние дни, он актуален для поднятия настроения. Здравствуйте, Елизавета, Наталья, вот вижу, подошла. Очень приятно. Хабаровск, вот, вот, вот. Как раз... Наша восточная часть страны уже там довольно поздно, поэтому у вас, как сказать, будет возможность посмотреть вебинар еще трое суток после этого дня и порисовать. Я вас прошу, пожалуйста, порисуйте, не откладывайте это на какой-то долгий срок, потому что чем дольше вы откладываете, тем страшнее уже будет потом браться за рисование. Получите пользу сразу. Вот, если сегодня поздно, хотя бы посмотрите, а потом можно уже будет взяться в удобное время. Кто-то после работы, кто-то дома в рабочий день. Поэтому рекомендую все-таки воспользоваться и порисовать. Здравствуйте, Мария. Так, ну вот без двух минут я уже сейчас буду начинать. Давайте с вами пока обсудим вот что. Значит, всех начинающих волнует вопрос композиции. То есть как бы многие думают, что он их не волнует, но на самом деле композиция, она очень важна в любом произведении, будь то набросок, рисунок какой-то более проработанный или целая картина. То есть тут композиция – это тот первый шаг, который делает художник при продумывании абсолютно любого своего большого или маленького произведения. Если что-то не так с композицией, значит, зритель это обязательно заметит, и будет ощущение, что что-то не так во всей картине.
Вот. Поэтому, что важно, композиции бывает очень много видов различных вариантов, и каждая из них подбирается в зависимости от задачи, которую несет картина, да, которая, например, мы хотим выразить статичное движение, вернее, ну, что-то остановленное действие какое-то, но при этом, чтобы зритель ощутил это движение, то мы делаем композицию, которая, как говорится, вот-вот упадет сейчас, да, то есть такая нестабильная. Вот, для этого есть определенные схемы, как размещать объекты. А если мы хотим показать, что все спокойно, все хорошо, вот так вот оно красиво что-то стоит, ну, например, букет в вазе, да, вот он же стоит, он, ну, как бы не падает, вот, и все прекрасно, то тогда мы используем более устойчивые композиции. Ну, самый такой простой пример – это вот пирамида. То есть если пирамида стоит на своем основании, да, или квадрат, то он никуда не падает, и мы понимаем, что здесь все спокойно в этой картине. Наши тюльпаны будут... Я подготовила для вас вот такую распечатку в цветном и черно-белом виде. Так вот, у них такая слегка наклонная композиция, показывающая нам некое движение вот этих стеблей. То есть не просто какие-то скучные такие цветочки, торчащие ровненько, да, вот так вот, а они гнутся и показывают нам, слегка как бы падают вот сюда, да. То есть мы чувствуем это движение, мы продумываем его дальше, что цветы, они такие гибкие, такие вот нежные, и поэтому голова тяжелая, и вот эта ножка, она не выдерживает, она двигается. И зритель ощущает именно нежность лепестков, вот этих вот бутонов, через то, что цветы вот так наклонены. И композиция как бы немножко заваливается. Вот. Но в целом, посмотрите, можно сказать, что это вот так вот, да, что это пирамида. То есть получается довольно устойчивая конструкция, да? То есть мы понимаем, что здесь все хорошо, да, они тонкие, они такие вот все гибкие, но при этом там все спокойно. Вот. Теперь давайте я обращу ваше внимание на тон. Это тоже очень важно. Смотрите. Здесь видно, что самые темные точки, то есть вот, вот на этой цветной, нам кажется, что цветы довольно темные такие, да? Ну, как бы много на себя темени берут, листочки такие прям темные. А на самом деле, если обесцветить этот рисунок, то остается, видно становится, что вот здесь только между листочками такая тень, вот она темная, и чуть-чуть вот здесь вот, между цветками самое глубокое место, оно тоже темное. А все остальное, оно довольно светлое. И вот сами тюльпанчики, они примерно такого же тона, как лист бумаги, да, то есть на котором они лежат, то есть фон. Соответственно, наша задача будет изобразить их так, чтобы они, если мы хотим, конечно, вот такие же розовые, нежные изобразить, они какие-то очень темно-красные, да, к примеру, то наша задача изобразить их вот в такой же слабой тональности. То есть здесь они будут нежными через это. Если мы их сделаем более малиновыми, они будут более темными. То есть здесь на черно-белом, как это смотреть? Вот вы рисуете, берете, значит, смартфон, например, да, где вот телефон, если есть камера, включаете черно-белый режим и просто вот смотрите через свой экранчик в черно-белом режиме на ваш рисуночек. И там как раз будет видно, насколько верна у вас тоновая передача. Потому что цвет мы видим глазами здесь, да, а тон камера... Ну, кто натренированный глаз имеет, тот видит тон сразу. Кто не натренированный глаза имеет, тот смотрит через камеру, ну, обесцвечивает свое изображение. Да, либо сфотографировали, обесцветили. Вот так мы будем проверять. То есть цветочки у нас будут довольно светлые. Но они не светлее тона. Итак, давайте теперь поговорим о бумаге. Самый частый вопрос, который я получила за время анонсов вебинара, это какую бумагу нужно взять для этого урока. Смотрите, да, есть вот, так, у меня сейчас тут колечко еще. Вот, это Canson Mutant, то есть можно... Тициана, Фабриано, любую другую, которая вам комфортна. Даже если у вас Палаццо Бабочка, да, вот наша отечественная,
то вы просто можете взять оттуда серую, там есть такая серенькая, она одного оттенка, вот, и на ней рисовать. Это, значит, у меня консон метант. То есть, вот смотрите, относительно распечатки, ну, вот она тут вверх ногами, но зато она видно, что черно-белая. Видите, немножко тепленькая бумажка, вот эта вот. В анонсе фотография рисунка, сделанного на более холодной бумажке. Она такая более чуть с голуба. Вот. Для того, чтобы не делать два абсолютно одинаковых рисунка, я взяла теперь теплую бумажку. Вот. Какая у вас, это не так важно. Главное, чтобы она была серая, не светлая и не темная. Чтобы мы могли делать светлее пастелью и темнее темно-серой пастелью. Если у вас розовая, вы просто вместо серого, которым мы будем делать тени от цветов, вот эти вот, вот здесь вот тени, если бумага розовая, вы эти тени делаете коричневым, таким, который подходит. То есть есть такие вот желто-коричневые, а есть красно-коричневые, да, вот женщины знают, цвет махагон называется. Вот, ну вот наподобие. То есть такой шоколадный, немножко с красным уклоном. Вот, то есть вы подбираете, если у вас, допустим, какая-то фуксия бумага или розовая, вам нужен такой коричневый, который будет с красным оттенком, но темнее бумаги. Так, что еще нам понадобится? Если у вас нету, вот у меня калька есть, если у вас нету кальки, вы можете взять обычный принтерный лист, просто бумаги. Это для того, чтобы вы могли подкладывать под руки, когда рисуете, чтобы не запачкать ваш рисунок до завершения. То есть это чисто вспомогательно. Какие-то у вас, если вопросы есть, вы задавайте в чат, пока мы тут с вами разговариваем. Сейчас начнем уже рисовать. Давайте еще буквально минутку. Пишите вопросы, я отвечу. Все, что сейчас именно перед рисованием заботит. Достань мне, пожалуйста, в шкафу вот здесь вот серые тюльпаны рисунок. Спасибо. Так, Вот к нам еще присоединяется, да? Вот, смотрите, это у меня работа, которая была сделана в плане как проверочная. То есть я посмотрела, какие сюда цвета нужны, какие мелочки. Сейчас я переключусь на стол. Вы увидите разницу, да? Вот. Ну или вот так давайте. Сейчас покажу. Вот смотрите, вот эта, значит, бумажка у меня была, да, она холодная серая, и вот эта, она теплая серая. Видите, тон примерно одинаковый. То есть они, если в черно-белом режиме смотреть, то они будут одинаковые. Вот, ну, немножко потеплее вот это. Так, чем можно заменить угольный карандаш? Я вообще к уроку рекомендовала белый карандаш, то есть не угольный, а меловой. Ну, либо белый пастельный, либо белый меловой, либо есть такой вот уголь белый даже. Ну, желательно белый, потому что черный нам принесет грязь. В принципе, вы можете использовать любой карандаш, который у вас есть, только не графитный, а, ну, вот из пастельных я имею в виду, да. Можно любой, которым, ну, чтобы вы видели линии свои на рисунке. То есть вот вы, допустим, будете рисовать, да, эскиз, но не сильно давить, да, и чтобы линии вам были видны. Вот любой подойдет, только который светлее, чем бумага. Можете цветной использовать. В любом случае, клячка для этого есть. Потом мы будем с вами подтирать лишние линии, потому что первым, что мы займемся, это будет построение. Так, так, запись будет, да, запись будет доступна 3 дня. Так, белый, да, белый можно. Любой, можете серый, который вам будет видно на бумаге на этой. Почему не темные, почему не серые, почему не синие какие-то еще, да, и не черные? Потому что у нас тюльпаны, они светлые, и если мы добавим туда какого-то темного карандаша, то это будет смешается, в итоге получится грязь. А нам грязи как раз и не нужно. Вот, и клячечкой это все будет подбираться, подчищаться. Я переключаю камеру на стол, и мы с вами продолжим уже рисовальную часть.
Так, поступил такой вопрос. Нет картинки. Вы меня видео не видите? Напишите, пожалуйста, кто меня не видит. Денис, меня видно? Денис? Да? Почему-то мне пишут, что нет. Нет, это не в чате. У меня в параллельном чате, в рабочем пишут, что не видно. Странно. Так, ну ладно, давайте тогда так. Кто меня видит и слышит, ставьте, пожалуйста, любой знак. Плюсик, минусик, все что угодно. Нажмите, чтобы я видела, что есть люди здесь, и мы можем дальше продолжать. Хорошо? Так, Москва видно. Ага, так. Угу. У кого не видно, пожалуйста, обновите страницу. Это F5 в браузере. Кнопочка F5, на клавиатуре нажимаете, и у вас обновляется. Так, все, хорошо. А то меня напугали прям. Так, так, так. Все, давайте я тогда переключаюсь. Сейчас будет темный экран, буквально несколько секунд. Не пугайтесь. Так, камера моя опять уснула. Сейчас будет изображение. Так, ну вот. Угу. Так, так, подвинемся. Давайте с вами разберем, что мы видим и что мы должны будем сделать. Значит, смотрите. Здесь тюльпаны – это довольно-таки объемные предметы, да, то есть цветы, объекты, которые нам надо передать ту же самую объемность, то есть 3D-эффект. Чтобы это сделать, нам нужно внимательно посмотреть на сами тюльпаны и посмотреть, на что они похожи. Ну, так, навскидку, да, куриное яйцо, такой вытянутый овал, шар. Если кто-нибудь из вас занимался рисованием в детской художественной школе или, ну, как-то вот помнит, что такое раскладка тени на шаре, да, когда упражнение самое такое типичное, это куб нарисовать объемный, шар нарисовать объемный, да, пирамиду и конус. Так вот. В данном случае это вытянутый шар, то есть это яйцо. И, соответственно, раз это вытянутый шар, нам нужно разложить на нем свет и тень точно так же, как мы раскладываем это на шаре. То есть выпуклая часть, есть освещенная часть, есть переход между этой частью, да, вот здесь на выпуклости. То есть смотрим, да, такая вот сюда к нам выпуклость. Вот такая. Господи. Извините. Вот. То есть есть выпуклая часть, и на ней как раз мы видим, так как у нас источник света идет вот сверху, на них падает. То есть источник света находится сверху. У нас, значит, освещена верхняя часть, и на самое выпуклое идет переход между светом и тенью. И есть теневая часть. Плюс к этой теневой части у нас добавляется рефлекс. То есть рефлекс – это часть света, которая отбрасывает следующий предмет, тоже немножечко ухвативший основного света, и частью этого света он делится с ближайшим собратом. И так каждый из них поступает. И вот нам нужно будет распределить, где на каждом этом яйце тюльпановом, то есть для нас сначала это просто яйца. Потом мы будем делать в них лепестки и детали. Вот. А чтобы понять форму, приводим ее к самой простой. Вот. И давайте начнем вот с этого. На нем самая заметная светотеневая такая игра.
Также, кстати, давайте вот еще что скажу сразу. Смотрите, вот здесь вот мы видим, ну и здесь тоже на фотографии, что у нас есть тюльпаны, которые помещены в самую дальнюю такую, ну, неосвещенную часть. Это вот этот тюльпан, вот этот, ну и на этот мало света попадает. Видите, чуть-чуть совсем. У него буквально вот только основание освещено. А вот этот, он хоть и находится близко к нам и весь освещен, но тем не менее, смотрите, у него только верхушечка освещена. То есть у них у всех, вот у этой группы одинаковое освещение будет, а вот эти будут отличаться. А давайте. Так, убираем лишнее. Первое, с чего мы с вами начинаем, это построение композиции. Смотрите, есть такой принцип. Так как вы, скорее всего, эти рисунки будете вставлять в рамку, вам нужно будет учесть, что рамка у вас съест часть бумаги. Она закроет. Обычно это 5 мм, ну, плюс-минус там небольшой, да, либо 4, либо 7. Это значит, что нам нужно отступить хотя бы сантиметр или два внутрь от каждого края, так, чтобы наши цветы не казались замкнутыми в рамке, чтобы их не давила рамка. Значит, делаем общую массу. Смотрим. У нас общая масса. Вот, соединяем вот так. Вот так. Ну, даже не смотрите, вот это лишнее торчит, да, как бы. Вот основная линия идет. Оп. Вторая линия вот так. Видно? То есть получается такая пирамидка, а вот эти мы уже достроим. И нам с вами нужно вот эту пирамидку сделать сначала. Так, чтобы она у нас не доходила до краев. То есть оставалось место. Делаем какую-то навскидку такую наклонную линию. Вот здесь вот толщина у цветочка есть. Отступаем сколько-то, да, вот. Вот он там широкий же. И дальше мы идем вот сюда. У нас вот где-то тут вот этот тюльпанчик будет стоять. Сейчас наша задача просто рисовать какие-то геометрические формы, которые не прорисовываются. Да? То есть это просто накидка, как нам что делать. То есть где у нас будут находиться эти объекты. Вот здесь, значит, у нас еще два бутончика. Да? Наносим. Сразу смотрите, чтобы у вас тюльпаны не были одинаково расположены под одним и тем же углом. Потому что наши глаза и мозги устроены так, что мы сразу замечаем симметрию. Как только появляется симметрия, мозг решает, что дальше все точно такое же, и разглядывать это он не собирается. То есть анализировать дальше ему неохота. Это уже считается мозгом как орнамент. Орнамент, мы знаем, что это какие-то ритмично повторяющиеся элементы. Вот, поэтому наша задача сделать чуть-чуть по-разному эти цветочки. Они, в принципе, и там хорошо лежат на референсе. Смотрите, вот этот он чуть более расстояние, вот здесь вот отодвинут он по расстоянию от следующего. Это все старайтесь повторить. Можно опустить, если где-то вот ошиблись, можно опустить. Пока на стадии вот этого рисунка совершенно, как сказать, ничто не фиксировано, можно двигать объекты, если вы понимаете, что они не на месте. Именно поэтому на этом этапе не прорисовываются детали. Вот вы прорисовали, да, все, постарались так. Минут 40, а потом раз, и придется что-то переносить. И тут срабатывает. Ну, нет. Я столько времени это все рисовала или рисовала, да? И какой там переносить? Ничего не буду. Вот. И потом возникает такая неловкость, что ну, вот столько сил вложили в рисунок, а что-то не устраивает. И это что-то было допущено в самом начале. Ошибка. Так что этап построений, он на то и нужен, чтобы сначала все разложить так, как оно должно по задумке вашей лежать. Где вы это хотите разместить. Так, ну и листья, да?
есть какой-то вот такой большой лист, он изогнутый внизу. Так, вот здесь вот идет стебель один, потом второй. Посмотрите на референс. Так, вам видно? Наверное, нет, да? Ну, давайте вот так положу, чтобы в кадре было. Так вот. Сейчас. Вот здесь у дальнего, у него выходит на передний план стебелек. Можете так сделать, можете, наоборот, вот этот передний сюда вывести. То есть здесь главное не запутаться. Чем точнее будет ваш рисунок в итоге, тем легче вам будет рисовать дальше в цвете, потому что там уже, если вы запутаетесь здесь, то распутать это в конце уже будет сложнее. Сначала наносите штрихи, которые являются вот этими стеблями, а потом листья. Тюльпаны могут быть разных размеров, потому что, ну, в природе одинаковые, ну, я не знаю, что там, совсем-совсем одинаково, да? Даже глаза вот у человека разные. Так что, если они у вас получились немножечко разные по размеру, это даже хорошо. И старайтесь делать не прямые эти палочки, да, чтобы они у вас были такие мягкие, да, женственные, это же цветы. Причем цветы с довольно гибкой ножкой. Есть вот такой с жесткой ножкой, а тюльпаны, они вообще чуть-чуть только что-то не понравилось тюльпанчику, он раз и уже согнулся, уже вот опал. Поэтому надо это свойство его тоже здесь в рисунке учитывать. Не бойтесь начеркать много. Если у вас белый карандаш, то это не вредит. Мы сейчас все подотрем и будем рисовать уже контуры именно самих цветов. Так, это кто-то куда-то какие-то листочки там что-то закрывают, перекрывают. Целое тут сплетение. Совершенно не обязательно рисовать вообще все листы, которые здесь есть. Можете ограничиться буквально несколькими штучками. Что-то не влезло, ну ладно. Самое первое, на что обращаю внимание и я, и другие люди, то есть я, когда рисую, а другие люди, когда смотрят на картины с цветами, это количество, ну то есть если там не ваза с очень большим количеством цветов, если их можно посчитать легко, то это четность. Поэтому за четностью, пожалуйста, следите. Ну, есть такая, да, примета, что четные это не, ну, четное количество цветов, это не относится к миру живых. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш рисунок радовал абсолютно всех, ну, не делайте такую подножку себе, не ставьте. Либо добавьте, либо убавьте, так, чтобы цветов было нечетное количество. Это может быть не полный цветок, а бутончик какой-то, там завязь цветочная. Я не ботаник, могу в терминах плавать, но во всяком случае меняйте композицию так, чтобы у вас было еще что-то там. Так, ну и вот. Вот здесь у меня листочек уходит в самый край. Вот это мне не нравится, поэтому я сделаю... А, и здесь две параллельные линии, видите, да? Вот такое надо убирать. Значит, сделаем по-другому. Вот так, перекрестить, чтобы наложение одного листа на другой было. Все, построение я закончила. Надеюсь, вы тоже успеваете. И теперь я приступаю к очистке от лишних линий. Очень тщательно очистите фон. Все вот эти вот наши, как сказать-то, вот прямые линии, которые нам не пригодятся уже, надо убирать. Особенно на фоне, потому что там у нас бумага, она почти вся останется чистой. И сейчас мы с вами займемся проработкой деталей. То есть превращать будем вот эти бесформенные штуки. Соня, ничего страшного, мы вас пока подождем. То есть вот, я думаю, не только вы не успеваете.
Так. Пока я буду уточнять рисунок, вы тоже потихонечку ускоряйте руки, чтобы этот довольно скучный этап у нас быстренько проскочил. Так. Ну, теперь я буду превращать наши бесформенные вот эти штучки уже в бутоны. Чем характерен бутон? Тем, что это, в общем-то, какое-то сложение вот такое лепестков. Значит, смотрим на референс, где какие лепестки проходят. Вот, например, шов, видите, да? Это как раз край лепестка, и вот здесь идет такой разрез, мы видим, тут следующий лепесток. То есть на нашем вот этом вот бутоне будущем нужно будет прорисовать эти линии. Во-первых, конусообразность придать. Чтобы закрепить, что это точно бутон. И, во-вторых, нанести вот эти, так знаете, волнистую такую линию. То есть краешек лепесточка, он тоненький и он волнится. Так, и с этой стороны также. Соблюдая конусность. И одновременно, пока вы наносите эти контуры, вы чистите все, что находится лишнего здесь, вокруг этого цветка. Фон вокруг должен быть идеально чистый, пустой, без всяких линий. Здесь сейчас очень много деталей, нам не нужно. Мы детали будем дальше делать цветом. Наша задача, чтобы все лепестки были на своем месте. Ну и вот еще есть такие складочки, видите. Можно будет это для себя чисто указать, что вот здесь у нас есть у лепестка такая складка. Все, больше так углубляться дальше не стоит. Стебли делаем очень чисто и аккуратно, потому что от этого зависит в итоге чистота нашего рисунка. Как вы знаете, я приверженец таких натуралистичностей в рисовании. Ну, имеется в виду аккуратность по максимуму, да? Что если это у нас стебель, то это не набор непонятных линий, а это четко выраженная такая трубочка со своим объемом, со своими контурами. Вот. То есть кто-то рисует очень свободной рукой, кто-то вот так, как я. Вот. На данном рисунке наша с вами задача будет показать... Так, вот здесь я хочу спрятать этот стебелек за листочек. На данном рисунке наша задача будет показать, что тюльпаны это гибкие, имеют гибкие стебли, поэтому давайте мы будем делать их вот такими аккуратненькими. И не запутайтесь, где листочек, где стебелечек, кто под кого заходит. То есть вот здесь вот этот лист, он погружается. У вас может быть наоборот. То есть вы, главное, чтобы у вас логика была именно в вашем рисунке. То, на сколько процентов он совпадает с фотографией, вообще не важно. Важно, чтобы у вас было логично. То есть ниоткуда не возникали бы линии, что они вот лепесток, чтобы было понятно, что это вот он здесь пошел, там вышел, тут поднырнул под стебелек. Вот это залог вашей аккуратности. Неряшливые работы, они не очень-то приятно на них смотреть, если, конечно, это не такой стиль авторский, узнаваемый. Но... Авторская неряшливость, она скорее такая, знаете, как сказать, кажущаяся. То есть там в этом хаосе есть определенный порядок. Продолжаем рисовать бутоны. Вот я перешла на следующий. Смотрим, где лепесточки заканчиваются. Вот у этого, например, тут прям чем-то похоже на какую-то ракушку. А,
знаю, на что. На орешки с печенье, орешки со сгущенкой. Вот две створки прям, прям очень похожи. Такая вкусная тема. Так, ну и вот самое ближайшее, простенькое, это вот этот. Здесь у него на кончике два лепестка. И один заканчивается раньше, чем бутон. Вот он уходит сюда. А дальше там свернутые лепестки. Там еще два. Ну и центральная линия этого бутона. Так, здесь я вот центральный вот так как-то изобразил. Изображу. Центральная линия нам показывает лишь то, что он выпуклый. Все, больше ничего. В принципе, мы это все будем делать уже и в цвете тоже эти линии прорисовывать. Так что она не особенно-то и нужна, но не помешает. Делим следующий. Этот уже раскрывается. Вот я вижу, что тут уже какие-то сам бутончик уже внутри видно. Делаем ему такую вот форму, чтобы он был шире бутон у основания и уже у раскрытой части. Так, следующий у нас стебелек пошел. И вот так постепенно, двигаясь от угла в угол другой, противоположные, подчищаем контуры. Приводим в порядок наш рисунок. Убираем лишнее. Вы успеваете? Напишите, пожалуйста, вот сейчас-то вот успеваете? Дорисовали построение все? В чате тишина, все заняты. Так, почти. Молодец, Соня. Успевать надо. Вообще, я не очень люблю стадию рисунка, честно говоря. Это для меня такое скучненькое занятие. Я больше люблю работу в цвете уже. Поэтому стараюсь как можно быстрее, минимальными средствами завершить этот этап, чтобы продолжить уже на сладенькое, на вкусненькую работку. Вот, Анна успевает, Анна молодец. Хорошо. Тут главное не пуститься в какие-то детали, в которых тут великое множество, если поковыряться и найти. Но нам не надо это все. Нам нужно только разделить на лепестки, чтобы вот прям видно было, где один лепесток, где второй. Все, больше ничего не нужно делать. Я специально вам закрытые цветы здесь сейчас даю, чтобы вы не заморачивались над открытыми, потому что там работы в разы больше, и это несколько часов сидеть. Ну, в условиях вебинара это довольно трудно сделать в плане, и в плане того, что очень, ну, как сказать, обучающимся приходится очень долго, да, сидеть. И преподаватель, конечно, это все довольно выматывает, многочасовое рисование под камеру. Потому что, честно, если сказать, то это не очень удобно физически. Я вижу под углом рисунок, и что-то может быть искажено.
Вот, поэтому мы постараемся с вами уложиться в 2,5 часа или 2, вот желательно бы, да? То есть у нас полчаса уже прошло. Так что мы делаем. Сейчас последнее буквально уже прихорашивание на этом рисунке. И потом пойдем работать в цвете. Рисую дольше, потому что мелком делаю, а не карандашом. А, все поняла. Да, такой вариант тоже есть. Мелочком можно рисовать. Так, вот мне передают в чате. Так, я с вами успеваю. Темп просто отличный. Так, спасибо большое. Очень приятно, что материал вам нравится, и вы с удовольствием с нами сейчас занимаетесь рисованием. Так, ну вот, мысль безнадежно от меня убежала, и адреса не оставила. Так, ну и осталось буквально чуть-чуть. Значит, здесь... У каждого цветка есть свой черешочек, да, поэтому мы не теряем. Если, вот смотрите, вот эти два идет, проверяем. Раз, да, пошел, два, есть стебелек, три, есть, четыре, потерялся. Угу, потерялся. Значит, мы его куда-то должны вставить. И вот смотрите, на фотореференсе он находится вот в этой группе. Вот здесь мы видим его. А, так, у меня получилось здесь... Очень тесно. Давайте-ка я вот этот перенесу. Почему? Потому что здесь такое темное пятно между цветами, и мне оно нужно. Ну и вам тоже пригодится. Если вы сделали здесь расстояние, то очень хорошо. Вот я вот здесь немножечко напутала. Ну, недолго перенести. Цветы довольно простые. Вот, и вот этот промежуток нам понадобится как раз для того, чтобы сделать вот это темное пятно. Оно там хорошо, если оно там будет. Оно придает объемности ощущению как раз вот лежание букета на бумажке, на листе. Так, и вот смотрим, да, вот это вот у нас где-то там проходит. Ну, здесь у меня вот получается, что он спрятан. Значит, я его просто вывожу куда-то вот сюда. И обратно за листочек прячу. Туда, за этот. Дальше у нас идет, значит, это вот этот стебелек. Дальше у этого есть стебель. Здесь что-то идет, какой-то стебелек. Он вот у этого, который между, такой спрятанный, вот этот темненький. А вот этот остался без стебля. Значит, надо куда-то его сделать. Ну, давайте вот куда-то сюда. Так, и последние два цветочка остались. Здесь уже такой более раскрытый. Так. Ой, так, ну вот здесь у меня немножко форма поехала. Сейчас я ее отправлю, чтобы у основания было шире. Такая, как луковичка. Так, ну и у меня остается последний. Буквально вот сколько тут? 2 лепесточка и все. И всех делов. Причем один лепесток занимает почти весь цветок. Все, что мы видим. И здесь уже сбоку как раз такие вот волнистые. Тут что-то в серединке. То есть там, ну, задние стенки, да? Так, задний, дальний лепесточек у нас. Видно его чуть-чуть. И боковой. Все. Я рисунок закончила. О, ура! Так, вот что я хотела сказать. Мысль, которая сбежала, она вернулась. Что можно делать и мелком то же самое. Просто нужно для этого подобрать мелок довольно-таки твердый. Для этого как раз подходит наша отечественная пастель. Такая, как... Ну, сонетта, наверное, очень жестко будет. Он царапает бумагу.
Ну, вот Петербургская, Олки, вот все вот такие вот наши марки. Либо это тонкие палочки, знаете, такие есть. Вот не мелочек толстый. Вот не мелочки вот такие, а именно такие тоненькие палочки. Вот эта пастель такая полутвердая, твердая. Она как раз, ее можно затачивать прям вот как карандаш вы точите. Вы затачиваете этот мелочек и получаете в итоге подобие карандаша. Я так делаю с дешевыми марками, которые довольно жесткие, но при этом они хорошо себя ведут в плане, если их использовать как карандаши. Итак, давайте. Кто закончил? Ставьте плюсик. И дальше мы будем с вами уже про цвет разговаривать. Дорисовывайте еще. Угу. Так, ну ладно, тогда пока. Ага, Наталья, Мага или Мара. Извините, если я неправильно читаю, у меня просто на мониторе. Мара, наверное, да? Ага, так, Светлана, Соня, молодцы. Давайте, кто еще закончил? Заканчивайте, те, кто еще не успел. Угу, вижу, Мария, Анна. Так, ну вот, значит, для цвета что нам понадобится? Вот сейчас я переверну свой рисунок только для того, чтобы вам показать цвета. Так, вот что я вам сказала и не сказала, я сейчас вот уже не помню. Памяти девичья. Мы рисуем на гладкой стороне. Наверное, сказала. Так, значит, нам понадобится, так, у меня были где-то на белой выкраске, вот, извините за мои руки крупным планом, вот, это на белой бумаге выкраска того, что лежит здесь. Сейчас посмотрим, как это выглядит на нашей бумаге, вот этой, на серой, теплой такой серой, то есть как бы коричневатая, да, такая. Слегка табачного цвета, что ли, вот какая-то такая. Значит, это коричневый. Давайте пойдем с этой стороны. Коричневый, значит, у нас вот такой. Далее. Давайте вот так по порядку пойдем. Это такой темно-малиновый, красивый. Вот этот. Далее, значит, у нас темно-зеленый. Я взяла темно-зеленый, это корейское. Есть такой же темный в Шминке. У меня Мунгё. Так, пастель Гамма. Нет, она не сказать, чтобы совсем плохая. Просто смотря для чего. Если она у вас царапает бумагу, вы просто возьмите наждачную бумагу. На наждачке рисует абсолютно любая пастель. И вам будет легче рисовать, в смысле, вам не нужно будет преодолевать трудности, чтобы пастель, чтобы не царапала бумагу, чтобы она хорошо густо ложилась. Как мягкая, вам просто нужно взять более жесткую бумагу, абразив. Ну, это шкурка, наждачка. Так, Наталья, да, рисунок на гладкой стороне. Если вы сделали на рифленой стороне, я просто везде предупреждала об этом, и в анонсах, и вначале, наверное, я сказала, честно, но если не сказала, то, простите, как говорится, великодушно, да, не могла просто заговориться. Вот, но ничего страшного, вы просто, для тех, кто нарисовал на шершавой стороне, вам нужно будет просто класть чуть больше пастели по количеству. Пастель Фабер, Фабер Кастл, да, подойдет. Так, на гладкой стороне Faber-Castell не держится нормально. Да, дело в том, что даже дело не в Faber-Castell или в пастели, а дело в бумаге Фабриана, потому что она сама скользкая, и на ней даже шминки плохо лежат. Так что здесь больше дело-то в бумаге. Консон Митант, почему я его всегда рекомендую для новичков и для тех, кто решил сделать следующий какой-то шаг, да, в рисовании. Эта бумага, она держит почти все марки. Ну, я не знаю, за исключением, наверное, той, которая Санет. Да, Санетом сложно на ней рисовать.
Так, гладкая сторона обратная, нелогично, Наталья спрашивает. На самом деле эта бумага двухсторонняя. У нее нет лицевой и нет обратной. Но в магазине, когда ее маркируют наклейками, чаще всего наклеивают наклейку именно с гладкой, думая, что вот эта фактура, она как на акварельной бумаге должна быть с лицевой стороны. И все. Эта бумага двухсторонняя. Так, насчет в Минске бумагу консон вы не нашли. Если есть трудности с поиском внутри своего государства или города, да, то, скорее всего, есть возможность заказать где-то по интернету. Я большинство беру в интернете, потому что, ну, интернет-магазины, потому что на самом деле в моем городе ничего нет, кроме петербургской пастели и бумаги палаццо. Так, у нас альбом, пишет Наталья. Получается, открываю лист и рисую на обратной стороне. Да, почему бы нет? То есть вы можете выбирать. Гладкая сторона, она для более детализированных рисунков, когда вам нужно показать что-то более гладкое. А цветы у нас – это гладкие. Если вы рисуете какие-то рифленые, ну, я не знаю, там, да, скоро Хэллоуин, да, тыква, например, какая-то, или там поле растительности, вам нужно более рыхлую бумагу. И тогда вы берете обратную сторону, которая с сотами такими, да, рифленая часть, сторона. Для всего, что мелкое, то есть если вы рисуете портрет какой-то или какую-то мелочь, да, вот цветы в данном случае довольно мелкие, это все лучше делать на гладкой. Просто легче. Так, серая. Угу. Серая у меня, вот смотрите, например, меня спрашивают часто, что вы думаете о Кохинор. Вот это дешевая серия Кохинор. 8500 называется. Тут еще какой-то номер был, он стерся. Ну ладно, вот у них есть потолще серия, которая такая прям мягкая-мягкая. И это вот тоненькая серия. Вполне понравилась мне. Можно как рабочий вариант. Вот, это серый. Но в данном случае на теплой бумаге мне этот серый, наверное, будет не очень подходящим. Возможно, я его даже буду смешивать вот с этой коричневой, чтобы получить какой-то такой эффект. Так, и дальше, значит, у нас красные. Зачем нужен вот такой красивый красный? Для того, чтобы показать, что наши розовые тюльпанчики, они друг на друга, когда отбрасывают свет. Сейчас карандаш убежал. Смотрите, вот эти места, вот это место, вот это место, вот здесь. Ну, еще буквально в нескольких местах, да, вот здесь, нам понадобится такой очень сочный красный, именно горящий. И вот как раз вот этот нам понадобится здесь. Он более такой румяный. Румяный имеется в виду более оранжевый среди розовых. Так, дальше, значит, идет у нас вот такой. Смотрите, какая разница между белой бумагой, да, один и тот же мелочек, белая и коричневая бумага. Как светится по-разному. По Кохинор, подскажите, для начала лучше купить набор софт или экстра софт? Это самый частый вопрос на самом деле по пастели. Какая пастель лучше? Я вам скажу, что ну, вот, в жизни вам нужно и то, и другое. Экстра софт очень хорошая пастель. Мне понравилось, я в восторге от коробки. Я взяла полный набор, чтобы не гоняться за какими-то недостающими цветами. И мне прям очень-очень нравится. Она вполне мягкая. По мягкости некоторые очень похожи на шминки. При том, что шминки стоят где-то в районе 300 рублей за мелочек, приблизительно, да, в разных магазинах, то Кохинор стоит гораздо дешевле. Вот, к вопросу о том, что хорошее, что плохое. Значит, так, про бумагу Метант номер 490. Сразу скажу, что по номерам я не помню. Я их запоминаю на цвет, на ощущение цвета. То есть какая-то внутренняя память на оттенки. Номер даже затрудняюсь сказать, какой. Так, ну я вот иду, да, по ряду. Вот смотрите, насколько загорелся вот этот цвет на сером, видите, по сравнению с белым. Смотрите, зеленый насколько ярче выглядит. В
Вот, кстати, Кахинур Экстрасофт. Так, насчет бумаги, да. Что нет хороших и плохих материалов. Есть материалы, подходящие для какой-то задачи, а есть неподходящие. То есть если бы нас спросили, вот, например, с вами, да, кстати, был вопрос, можно ли на наждачке. Можно вот эти вот цветы рисовать, но придется закрыть весь фон. То есть прям заполнить пастелью фон. На такой бумаге нам не нужно этого делать. То есть просто рисовать будем быстрее. Так, и розовые. То есть бумага может просто не подходить под ваши задачи. Ну, быть с другим набором свойств. И поэтому сложится впечатление, что она какая-то плохая. Она на самом деле хороша в чем-то другом. Так, и осталось... А, бледно-розовый. Смотрите-ка, это я вот местами перепутала. Значит, вот этот и вот этот остался между ними. Вот такая удивительная метаморфоза цвета, да? И белый. Вот белый у меня шминки тут, ну, неважно, можно Рембрандтом. Все, что у вас есть. В принципе, эта палитра даже чуть-чуть больше, чем нам нужно, поэтому ничего страшного, если у вас чего-то не хватает. Так. А, про марку бумаги, значит, да, вопрос был, что да, как раз Canson Mitant подходит. Это очень хорошая бумага для большинства работ. Так, уже вот у кого-то полночь, и завтра рано вставать, да, понедельник, поэтому, конечно, есть возможность в течение 3 суток после вебинара дорисовать. Так, ну ладно, теперь я сдуваю лишнее и переворачиваю. Кладу теперь на листочек, чтобы свой стол не заморать. Вот, давайте теперь к самому интересному этапу перейдем. Как я работаю? Я обычно делаю как? Я смотрю, что светлое, что темное самое. У нас тут понятно, что самое темное, вот так, самое темное, это темно-серый и темно-коричневый, и темно-зеленый. Вот эти три цвета самые темные. Самый светлый это будет белый, но мы его пока не используем до самого конца, мы его трогать не будем. Вместо белого будут вот эти розовые. Ну, вот этот самый светлый, да? Вот его будем использовать. А белый у нас останется только для бликов. Вот. Смотрим. Есть светлая часть. Раз, два, три, четыре, да? Пять. Ну и все. И здесь буквально каемочка. Давайте этим займемся. Значит, берем светлую пастельку. Самую светлую, какая у вас есть. Так, как бы так положить, чтобы вам было все видно? Сейчас все размещу. Вам и рисунок был виден. И моя палитра. Так, ну вот. Значит, у нас самое светлое место это вот здесь и здесь. То есть, если вы прищуритесь, вот посмотрите сейчас с прищуром таким на рисунок, вот на этот, простите, то вы увидите раз, два, три, и здесь немножко, да, светлых пятен. И вот мы их сейчас и разместим. Я работаю боковой частью мелка здесь. Это позволяет делать как такие узкие длинные линии, так и широкие такие заштриховки, если это нужно. То есть если нужно прям быстро покрыть большую часть пространства. Пока что во всю мощь не наносите мелок. Нам нужно светлое самое только по краям, то есть там, где самый-самый яркий. И учитывайте, что когда мы с вами растушуем это все, то часть пастели, она уйдет на палец, уйдет дальше по бумаге. То есть реально ее здесь количество уменьшится. Поэтому кладем, не жалеем, но при этом не перебарщиваем. Пастель должна не скатываться. Если у вас что-то там остаются, какие-то кучки пастели, да, вот крошки, пока их не сдувайте. Сдувать нужно будет только после растушевки. Так, ну и вот
все, что мы видим, очень светлое, прям вот идем, да, раз, пошли. Вот эту самую светлую, очевидную такую, да, нарисовали. Дальше вот здесь самые краешки задели, светлые. Прям так не бойтесь вырисовывать там что-то. Просто берете и ставите вот эти пятна. Наша задача просто разложить на свет и тень, чтобы сделать объем. А дальше мы уже детали пойдем прорисовывать отдельно. Так, вот здесь ярко. Сейчас, после этого этапа, вы увидите, если вы не напутаете, а именно на свои места вот эти положите, да, где светло пастель, то вы увидите, что ваш рисунок станет уже объемным. Такой вот маленький фокус в самом начале. Так. Я правша, я двигаюсь слева сверху вправо вниз. Ну, можете, если вы левша, то наоборот двигаться, как вам удобно. Основная здесь задача не замазать что-то под рукой, потому что периодически рука будет ложиться на рисунок, и чтобы вы не испортили себе будущее произведение. Так. Здесь свет. Старайтесь работать быстро рукой, то есть просто физически быстро водить. Это несложно. Главное себя заставить перестать бояться этого. Когда вы боитесь сделать какую-то линию, сразу себе говорите: пастель терпит исправление. Можно все исправить. Даже если я ошибусь, я все легко исправлю, потому что это можно. И признаться честно, поначалу, когда я занималась пастелью, просто вот, знаете, как без наставника, без кого-либо, кто бы подсказал, в интернете не было ни уроков, ни каких-то материалов, ни статей. Все появилось гораздо позже. Так вот, когда я методом тыка, даже научно ничем не обоснованного, пыталась рисовать пастелью, мне было очень страшно, что я где-то напутаю, и это потом не сотрешь, не исправишь. Это у меня прям такой был страх большой. И я рисовала очень медленно, просто по черепашье. Вот. Потом, когда уже с опытом я поняла, что действительно можно исправлять многое, то есть я узнала, что есть, оказывается, клячки, и что бумага терпит, открылся новый мир. То есть действительно здесь можно исправить очень многое. Вплоть до того, что, ну, если вы вылезли на фон, конечно, там придется что-то как-то замаскировать, да. Но если внутри вашего объекта, то повторно стереть один слой пастели, положить второй, и все можно исправить. То есть это вполне поддается. Смотрите, сюда я не стала класть пастель светлую, самую светлую, потому что здесь у нас в тени цветочек, и тут будет пастель уже потемнее. Так, ну и вот, и осталось у меня вот это. Корона. Смотрите на лепестки. Они имеют такую вытянутую форму, и вот эти вот жилки в них очень похожи, кстати, на позвоночник, да, идут две. Вот как бы позвоночник такой немножко утопленный, да, в спину. И идут вдоль позвоночника две выпуклые линии такие, жилы. И вот этот тюльпан, вот его строение, оно напоминает как раз, вот если присмотритесь ко всем лепесткам, то у них такие позвоночники есть. Вообще в любой такой сложной форме нужно искать первым делом самое простое. То есть все, что вы можете простого с этим ассоциировать, все, что вы как можно больше упрощаете, в общем. Это прям важно. Ну и донышки немножко я дам розовым, чтобы потом осветлить это место относительно всего цветочка. То есть здесь уже без нажима, просто чуть-чуть вот так задаем какое-то количество пастели. Почему? Потому что у нас... Если мы не положили пастель достаточно, то у нас будет такая грязная растушевка.
с залысинами, с такими, с пятнышками какими-то, а чтобы была растушевка красивая, такой вот яичечко гладенькое было, нужно, чтобы пастели физически было достаточно по количеству. Вот. Ну вот смотрите, да, вот если тоже прищуриться, посмотреть, то видно, что они какие-то уже что-то осязаемое. Над листвой мы сейчас не будем работать пока что, до тех пор, пока не сделаем сами цветы. Поэтому придется довольствоваться малым, да, только цветами. А лепестки мы, ой, вернее, листья сделаем, когда закончим бутоны. Тряпочку вот я всегда использую. Меня спрашивают, как так, у тебя рисунки такие чистые. Я стараюсь, ну, как бы и мелочки, да, вот вы видите, я работала этими мелками, они не уханькались, да, они не грязные. Тоже как раз поэтому. Я часто вытираю руки, для меня это важно, чтобы не было примеси каких-то посторонних цветов грязных. Так, теперь есть между цветами тени. Это самое темное. Обычно как рекомендуют? Сначала, ну, я тоже так делаю, да, сначала мы ставим самое, бумага у нас средний тон, ставим самый светлый, в данном случае у нас вот этот розовый, и далее самый темный. И потом мы работаем между самым темным и самым светлым. Все, что между ними находится, уже является такими серединками. В этом случае с тюльпанами у нас самые темные все-таки, смотрим, да? Самое темное – это вот эти места. Есть одно но. Эти места у нас будут либо темно-коричневые, либо серые. А если мы при растушевке залезем этой серой сюда на цветок, то нам это все испортит. То есть будет так как-то грязноватенько. Поэтому для начала я посоветовала бы заняться именно бутонами, а уже потом в конце сделать вот эти вот самые темные прорехи. При этом мы ничего не потеряем в тоне, потому что у нас уже отобрано с вами какой-то некий такой темно-коричневый и серый. Мы уже помним, что они у нас участвуют. Поэтому просто пока что ребята отдыхают, как говорится, в сторонке. Да? Если какие-то пятна появляются, вот у меня тут что-то такое розовое появилось, я сразу убираю. И вы тоже убирайте, если вдруг где-то мелок выпал, например, или еще что-то. Да? То есть это все лучше оставлять чистым. Будет более опрятный результат. Так, смотрим. У нас с вами есть такой розовый, да, вот темный. Причем он розовый вот здесь, как это назвать? Такой горящий, да? При этом он темный, но достаточно такой сочный. Что нам понадобится, чтобы это сделать? Вот этот вот самый темный наш и темный сочный. Вот у нас есть светлый и сочный. У меня есть. У вас, наверное, тоже что-то подобное найдется. Вот. То есть я здесь использовать буду самые темные тона, какие есть у меня из цветочной гаммы. Чтобы было видно, что у нас здесь заканчивается один цветок, а там начинается следующий, нужно, чтобы возле самого светлого бордюра был темный. То есть положили вы что-то светлое, и тут же рядышком начинаете с темного. Прокладываете вот эту каемочку. Густенько так. Самое такое, зачем нужно следить, это за краями. То есть вы стараетесь делать так, чтобы у вас края у бутонов не были какие-то заковыристые. Все остальное, что происходит внутри бутона, можно позволить себе такую свободу рук и не заморачиваться. Вот. И теперь я вот так вот ставлю на темное и делаю вот такое движение с поднятием. То есть если вот бумага, и я так раз, вот так вот раз. То есть поставила, зафиксировала, хоп, чирканье такое. Так получился возле яркого места, значит, следующий цветок темным. А дальше он пошел высветляться уже. Вот как раз появляется рефлекс. Еще у нас рефлексы есть между вот этими, вот этими двумя. Но здесь они вместе, у меня они далеко друг от друга, поэтому здесь я буду использовать только такой не самый темный, а вот этот вот второй, насыщенный. Он тоже довольно темный, но не такой темный, как вот этот вот.
Так, и еще, значит, проставляем. Где вот у нас? Вот вы взяли в руки мелок? Ищите. Где еще можно его использовать? Смотрите, значит, вот тут какие-то тени, падающие внутри бутона. Что-то там такое темное. Ну, вот и проставляем эти линии. Взяли самый темный и пошли все заполнять. Все, что найдете этого оттенка. Тона этого. Это самый темный тон из розовых. Все, где видите самое темное, заполняете. Я довольно часто работаю по этому методу, то есть не тку, как паучок паутинку шаг за шагом, да, там вот, или как, когда гобелен делается, например, да, ткань, вот, ну, как вот раньше ткали дома лен, там гобелены, ковры, да, они набиваются рядами вот так вот. Есть художники, которые рисуют тоже вот так постепенно. Взяли какой-то кусочек, нарисовали, потом вот так вся картинка у них составляется, как вот, ну, сказать, как принтер, да, печатает, вот, постепенно заполняя лист. Я придерживаюсь более такой, как это назвать, традиционной, да, наверное, канонической методы, когда постепенно рисунок заполняется. Ну, не то чтобы я приверженец этой вот теории, но это просто удобно. Даже если вы взяли какой-то небольшой участок изображения, над ним работаете, а остальное пока не трогаете, то все равно это удобно, и именно по такому методу делать этот участок. Дальше переходите к следующему и так далее. Вот, сейчас я заполняю более таким ярким промежутки. Так, ну и вот здесь чуть-чуть. Пока что мы с вами не растушевываем. Так. Вот я вижу, что... Ага, так, этот очень темный здесь получается. Надо теперь мне двигаться дальше. Вы, наверное, все еще ставите вот эти промежуточки темные. Это хорошо. Так, и здесь. Вот здесь вот немножко есть. Так, внизу. Вот видите, да, то есть как только здесь самое темное я сделала, все, что выходит на свет, уже получает частичку освещения, и поэтому оно светлее. Я взяла здесь как раз, так как мне нужно довольно темный, но при этом более светлый, я взяла дальше, положила именно вот этот. Такие похожие рядышком цвета, но разные по тону, видите, да, вот этот темнее, этот светлее, чуть-чуть. Но они создают красивую игру оттенков, то есть такой вот... Мы понимаем, что цветы очень насыщенного такого цвета, такого приятного, яркого. Здесь у меня распечатка бледная. На самом деле, эта картинка, ну, так принтер напечатал, не смогла прям сочно-сочно. То, что на фотографии, которая присутствует в анонсах, там, конечно, более сочные. А вообще все зависит от вашего набора пастели. Поэтому мы же с вами понимаем, что цветы могут быть очень разных оттенков. Вот какие у вас в наборе цвета есть, ими и делайте. Тут вообще не принципиально. Может быть, они у вас желтые будут. Так, дальше, значит, смотрите. Вот у нас был темный самый, и теперь я взяла посветлее. Потом есть еще посветлее, да? Вот. То есть теперь мы идем второй берем по тону. То есть чуть-чуть посветлее, чем предыдущий. Я вот так их рядочком положу. Будем прям двигаться по этой лесенке. Так, ну и вот этот цветной, он вот здесь рядышком. Вот так. То есть вот эти два, они по тону похожи. Близкие. Так, теперь смотрите. У нас тюльпан – это вот яичко. Яичко имеет выпуклость. Соответственно, там, где у нас идет освещение, вот в этом месте, да, ну или вот давайте здесь смотреть, здесь явно видно. Вот здесь идет освещение, значит, а вот здесь уже тень. И вот тут как раз переломный момент. Если мы используем, а мы должны использовать правило наложения теней как на шаре, так как это у нас вытянутый шар,
то, значит, самая выпуклая часть будет на самом деле более густой тени, чем та, которая дальше. Дальше уже будет играть рефлексы на ней. То есть здесь уже вот от стебельков идет рефлекс, тут подсвечивают друг друга, и зона тени у нас остается, но вот эта промежуточная тень, она у нас будет здесь находиться. И часть места мы оставим не совсем закрашенной. Вот так вот я рядышком положу. Но здесь еще оставлю пустые места. Это специально для того, чтобы делать переходы цветовые. И до конца вот здесь вот не дохожу, потому что тут тоже будет посветлее. Либо можно вот так вот также шоркнули вот так и убрали. Шоркнули, убрали, чтобы у вас здесь не было много, а было чуть-чуть. Тогда при наложении светлого у вас как раз создастся вот этот рефлекс. И бумага закроется. Пустую бумагу на цветах не оставляйте. Ну, в итоге, я имею в виду, не сейчас. Сейчас пока что мы еще ее не заполнили. Мы еще идем. Сейчас мы с вами находимся на этапе, когда раскладываются основные тона, чтобы наши цветы хоть как-то проявлялись уже. А потом мы будем смешивать, растушевывать и наносить детали. Так, здесь. Сейчас двигаемся точно так же. По всем цветам идем одним и тем же мелочком, смотрим, где он там присутствует. Туда и кладем. На одном цветочке сделали, переходим к следующему и так далее. Это намного ускоряет, кстати, вообще процесс работы. Там, где я буду класть еще пастель, вот, например, здесь, в зоне рефлекса, я делаю слой такой достаточно тонкий, чтобы бумага пока что, ну, так просвечивала чуть-чуть. А вот здесь, вот где тень, я закладываю прям полностью. Вообще по цветам мы для вас с Lavanda School сняли целый курс. Там мы с вами будем изучать и белые цветы, такие очень нежные пионы. Я знаю, что пионы это такие прям любимцы у публики, скажем, да? Как это есть выражение устойчивый любимец публики. Так вот, пионы как раз такие. Они очаровывают очень многих своей красотой. И белый цвет пугает всех. Всем нравится белый цвет, но как рисовать? Говорят, что белый цвет – это самый сложный для изображения. Так вот, в уроке я в этом курсе, один из уроков как раз посвящен тому, чтобы объяснить и показать, как делаются белые цветы и пионы. Они же очень сложные, там очень много лепестков. Вот, чтобы у рисующего не возникало каких-то иллюзий, что это ужасно сложно. На самом деле важно знать буквально несколько секретиков, которые вашу работу делают более стройной в плане выполнения. Не в плане результата, а результат будет обязательно, потому что если вы делаете, придерживаясь системы, то все будет. Результат, он будет очень хороший. Вот. То есть... Там как раз мы разбираем, как подходить вообще к рисованию таких сложных объектов и как изображать их, какие цвета и оттенки в, казалось бы, белом цветке присутствуют. Вот. Также не обходим вниманием на курсе «Райский сад» он называется. Там 5 уроков, 5 разных цветов. Это алые маки, тоже любимцы у рисовальщиков. Я говорю сейчас слово рисовальщик, потому что художник, рисовальщик, тут не важно, кто вы на самом деле. Да? Меня называют и так, да, и я не считаю, что какое-то из этих слов обидное. Нет. Вот, поэтому люди, которые рисуют, в принципе, да, рисовальщики, это нормально. Вот. И мы разбираем там алые маки. Как известно тем, кто хоть раз пытался собрать какой-то интересный набор пастелей себе, для своего пользования.
те люди знают, что выбрать такую пастель, где красный будет такой, что жжет глаза, либо очень темно-красный, не коричневый, вернее, а именно темно-красный, такой гранатовый, то вот эти цвета очень сложно найти. В принципе, потому что это даже в дорогих марках довольно такая редкость. То есть шминки оно есть, но иногда бывает и этого не хватает, мощности этих цветов. Потому что суть процесса производства красных мелочков, она довольно сложна, и вот у многих просто производителей нет желания с этим возиться. Они делают красный синтетический, и он не очень такой выразительный. Белесый какой-то, ну белесый это тоже хорошо, но вот, в общем, на бумаге бывает алый мак совсем не алый, какой-нибудь такой не горящий, такой какой-нибудь скромненький. Вот, и как раз в уроке я объясняю, как сделать так, чтобы ваши маки горели, но при этом вы можете совершенно не иметь какой-то очень красной пастели. То есть вам понадобится оранжевая, еще несколько разных. Вот, но даже не имея тех же самых шминки, можно будет сделать маки очень красиво, ярко, сочно. Вот, еще мы с вами на курсе пройдем. Девичья память сработала опять. Все мысли распугали. Мои скакуны. Так. Да, вот, вспомнила. Там, значит, у нас с вами белый шиповник, но его мы будем рисовать не в цвете. Этот цветок, он очень подходит для гризали. Гризаль – это работа в одном каком-то цвете. То есть, ну, например, берете бумагу там, серую, да, и делаете в черно-белом варианте изображение объемное. Чем хороша гризаль? Тем, что это очень развивает ваше видение, как вы видите окружающий мир, как вы видите предметы, именно с той точки зрения, что вы учитесь распределять на темное и светлое, темнее, светлее, насколько темнее, а насколько светлее и так далее. То есть мы не мучаемся с цветом. Так, вот здесь вот я вышла за границу, сейчас подотру. Видите, все можно исправить. Вот чуть-чуть черкнула, можно исправить. Вот, то есть коварные мысли от меня сегодня прям бегают. Прячутся, как мыши. Да, так вот, гризель. Мы, отбросив все цветовые нюансы, будем просто тренироваться, получать при этом красивые результаты, тренироваться буквально на 2-3 оттенках серого. Черный у нас там будет белый. Так, и можно серый, либо темно-зеленый использовать. Если, ну, там в уроке у меня зеленая бумага, вы можете использовать любую другую, лишь бы у вас гармонично смотрелись эти оттенки рядышком. Так, смотрите, вот здесь, да, каша получилась. В принципе, здесь тоже относительно такая каша, но здесь есть вот такое темное место. И давайте его изобразим. Это темное место, это то, что принадлежит нижнему цветку. Поэтому растаскиваем эту темноту мы в нижний цветок. Вот, отделили. Посмотрите, прищурьтесь сейчас на свой рисунок и посмотрите, у вас тоже должно быть более-менее объемно. Есть кто выживший или все спать пошли? Нажмите, пожалуйста, плюсик. Кто еще рисует в этот поздний час? Так, ну ладно, давайте двигаться дальше. Здесь я оставила незаполненный участок. Так, растушевывать. Как, значит, когда будем растушевывать? Чуть позже, когда мы наложим все нужные оттенки, кроме белого. Ну, здесь оттенки, тона, да, тут такое все рядышком ходит. Среди одного красно-розового какого-то цвета, да, мы туда-сюда по тонам будем гулять. Сейчас смотрите, что это, да, я вытерла мелочек, потому что он запачкался об другие, и цвет потерялся. Вот чтобы цвет у вас вдруг неожиданно грязь не получилась,
протирайте, если вы видите, что мелочки запачкались, просто их об тряпочку. Так, я взяла такой румяный. Им давайте добавим, вот так вот, чтобы все видно было. Им давайте добавим цвет нашим тюльпанам. Вот вроде бы они такие все розовые, но они одинаковые розовые, видите, да? Мы все вот эти вот оттенки розового, светлые и темные, и средние, мы использовали, ну, грубо говоря, цвет фуксия. Он один просто в разной тональности, потемнее и посветлее. Поэтому это скучно. Давайте разбавим наш этот оттенок, вернее, тон, оттенком более таким вот... Вот я даже не знаю, как этот цвет называется, этот волшебный чудесный цвет, но просто в нем чуть больше оранжевого. То есть тот же розовый, но с добавкой оранжевого. Очень похож на румяна, вот классические женщины поймут. Именно такой вот румяненький цвет. И добавляем вот так вот местами. Не на зону тени, а вот туда, где зона рефлексов, уже добавляем этот оттенок, чтобы наши тюльпанчики были такие сочные. И в то же время они не будут скучными, если мы добавим в наш основной цвет другого оттенка. Это вроде бы такая мелочь, добавить оттеночка другого, но получается в итоге, сначала страшно, да, как он не подходит, а потом понимаешь, что это вот на верном пути мы с вами находимся, и вот видите, да, как засветился сразу, то есть вроде бы ничего такого не сделала. Вот сейчас я здесь вот темненькую вот бороздку, вот здесь вот она есть, маленькая такая, я ее подтемню чуть-чуть, и чуть-чуть вот здесь вторая бороздка идет, все. И вот цветочек уже светится, уже загорелся, то есть мы таким образом, добавляя чуть более оранжевый в этот розовый, в холодный, достаточно холодный розовый, он, добавляя более теплого, получаем вот это свечение солнечное. То есть, когда мы хотим поджечь яркий такой вот этот вот огонь цветочный. И здесь также добавляем, но не перекрывайте все. То есть, если у вас лежит там темно-розовый, не полностью перекрывайте, а просто сажайте рядом эти оттенки. Вот здесь теперь заполняем вот то, что осталось пустым с прошлого прохода. Вот это все как раз сейчас в нашей зоне внимания. То, что нам нужно добавить. Те места как раз, куда нам нужно добавить. И вот посмотрите, да? Прям появляется солнышко, появляется вот это ощущение яркого света, то, что цветы, они находятся в лучах каких-то. То есть либо это солнышко из окна, либо это какие-то лампа такая яркая. В общем, какое-то свечение выходит. Это как раз из-за добавления более теплого в холодное. Так. Но главное не переборщить, то есть не везде добавлять. И вот в этот вот стоящий, смотрящий вверх тюльпанчик я добавлю в один лепесточек вот сюда, в самый ближний. И чуть-чуть вот сюда, вот на эту спинку. Вот как-то так. И все. Так, вытираем руки, потому что обязательно эта процедура, она вам облегчит потом задачу. Так, что у нас здесь осталось? Давайте внесем немножко зелени теперь в самое основание. Вот я возьму сейчас средний такой розовый, чтобы немножечко подзаполнить вот эти места. Но много пастели сюда класть не буду, лишь бы здесь что-то было. То есть это вот наша следующая ступень розовая. Чуть-чуть его здесь надо. И в самый низ, так, здесь, наверное, лучше прохладный как раз
прохладный, вот сюда в розовый добавляем. И мы таким образом немножечко гасим розовый до состояния такого красивого какого-то оттенка. Но когда вы тонируете пастель, уже лежащую на бумаге, вы не давите верхний. Вы так чуть-чуть вводите, чтобы не... Если вы будете давить, то у вас просто выдавится предыдущий слой и положится новый. И будет очень густо, и не будет эффекта тонировки. А чтобы тонировать, нужно почти не нажимать. Тогда ваша пастелька верхняя, она добавится к нижней, и будет красиво. Вот на всех вот этих вот местах соединения с ножкой делаем вот такие зеленые добавочки. Здесь важно, чтобы зеленый был очень разбеленный. Вот я когда рисую, не знаю, как остальные, но я настолько погружаюсь в этот процесс, что у меня как-то забывается все, что вокруг происходит. То есть полное вообще погружение в рисование. И вот даже очень сложно бывает собраться с мыслями, что-то говорить, потому что мозг занят в это время процессом, раздумыванием, что где как положить, где темнее, где светлее. То есть это, вы знаете, такая многозадачность, внутри головы происходит. Постоянно что-то обдумываешь по рисунку, поэтому у меня прям с речью может быть такое вот, как сказать, мысль могу не закончить. Я прошу нашего администратора, пожалуйста, Елена, добавьте список уроков по цветочному курсу. Я, к сожалению, не могу мысли изловить в своей голове и вспомнить все уроки. То есть я перечислила белый пион, маки, гризаль урок по шиповнику, и все, остальные просто от меня сбежали. Там еще много уроков, вернее, еще так, два получается, да? Вот. Я вас прошу, добавьте, пожалуйста, список прямо в чат. Так. Ну вот, мы с вами нанесли основные тени, свет, и цветочки уже выглядят более-менее объемно. Давайте растушуем и потом добавим детализацию. Как растушевываются такие объекты? Первое, что приходит в голову, указательный палец. Можно, конечно, поставили, прижали и так повезли. А потом вернулись по той же дороге. А потом еще раз по той же дороге, не сходя с маршрута. Посмотрели, видите, палец стал разноцветный, темный и светлый. Вытираем. Ставим палец немножко на бок. Вот не так, а как бы вот чуть-чуть на бочок, да, вот на этот. И точно так же мы двигаемся опять по траектории одной и той же. Вытираем палец и опять двигаемся туда-сюда. Наша задача с вами не снести с этого листа лепестки, то есть оставить структуру цветка такая, как есть, но при этом смягчить немножечко его цветовые переходы. Если вы двигались вот так в одну сторону, не отрывайте палец, чтобы переставить его сюда. То есть пролетел палец, приземлился, опять сделал движение, потом прилетел, приземлился. Таким образом вы запачкаете себе все. У вас пастель отсюда придет сюда. Вот, спасибо, пожалуйста. Спасибо, Елена. Действительно, да, вот я про розу забыла. И про три пиона. Три пиона – это... такой классический розовый пион, который, ну, все мы знаем, да, распространенный. И часто с ним возникают трудности, особенно у начинающих, потому что этот розовый, как его так изобразить, чтобы был похож на натуральный. И как раз этот урок очень похож на рисование максимально реалистичное. Там мы с вами рисовать будем... листву. Листва у пиона, она такая плотная, глянцевая, довольно темная. То есть она еще и отражает небо, да, там какие-то еще элементы. То есть она довольно-таки блестящая. Вот. Все эти нюансы мы тоже разбираем подробно. И вы в течение этого, выполнения этого урока создадите свою композицию ботаническую из такой, из трех цветков пиона. Работа, ну, такая...
я бы сказала, сложноватая, поэтому, чтобы ее пройти, нужно предварительно подготовиться на более легких уроках. Вот. Можно курс покупать как целиком, так и отдельно по урокам, если вы чувствуете в себе силы, что вам, вы справитесь, ну, хорошо. Тогда я очень рада за вас, потому что иногда я тоже вижу продукты, как бы сказать, да, инфопродукты, которые я тоже понимаю, что я справлюсь. Вот. Это как бы не секрет. Вот, это хорошо. Если вы понимаете, что вам нравится картинка, но сложновато, лучше взять к ней в дополнение еще один урок, который... Они все расписаны по порядку сложности. В том числе роза, да? Розу всем тоже, как сказать, любят и боятся в том плане, что у розы... Вот я вам скажу, может быть, кого-то удивлю, но есть розы, у которых 400 лепестков. Понимаете? Понимаете? 400 лепестков. Вот как это все нарисовать и при этом не впасть в депрессию? Вот. У нашей розы будет, конечно, меньше лепестков, но она тоже довольно-таки красивая, объемная. И там я рассказываю не только, как передать именно сами нежные тонкие лепестки, но и как сделать так, чтобы в рисунке светило солнце. При том, что самого солнца, конечно же, там нет. Вот. То есть много очень нюансов там рассматривается. Поэтому приглашаю вас на этот курс. И у нас с вами, вернее, у нас для вас со школы есть такой небольшой, как сказать, такая подарок-поблажка. Значит, вы можете купить все уроки курса по отдельности, но можете при этом, так, знаете, как говорят сейчас, нехило сэкономить. То есть если вы берете 2 урока, то на второй действует скидка. Если вы берете еще и третий, то скидка увеличивается. То есть и на третий действует скидка, и потом четвертый, и на него тоже действует скидка, и так далее. То есть каждый, чем больше вы уроков берете, тем в итоге вам выходит дешевле, если бы брали вы поштучно. Вот. Есть вариант и с проверкой, и с без проверки. То есть если вы чувствуете, что вы справитесь сами, то есть вы посмотрели, все поняли, и у вас получилось, то выбираете вариант без проверки. Если вам нужна моя помощь, и вы рассчитываете не выкидывать деньги на ветер, а именно получить максимум пользы, то вы выбираете вариант с проверкой. Она не намного дороже, честно вам скажу, потому что, ну, как бы, я такой человек незлобный. Мне главное, чтобы вы научились. Вот. Поэтому проверка, она... активно, вы просто выберите этот пункт, чтобы у вас было с проверкой. И мы с вами будем добиваться результата именно уже от вас. Чем хороша проверка? Тем, что вы не бросите на полпути и дойдете до конца. Потому что именно вот пока вы не поймете, как делается то или иное изображение, пока вы не, для себя не выучите последовательности действий, и то, к чему они приводят, допустим, такая комбинация действий, другая комбинация действий. Вот, мы с вами будем учиться и учиться и учиться. Вот, так что тут как бы еще срабатывает такой волшебный пинок, да, когда я вам просто не дам соскользнуть. Вот. Так, вот здесь у меня немножко вышло при растушевке, я сейчас подчищаю. Так, ну вот смотрите, по сути мы делали одно и то же, да? Сейчас мы пальцами растушевывали вдоль, вот так вот, вдоль лепестков, вдоль бутонов, и в целом структура цветков сохранилась. И вот остался еще один, давайте я доделаю. Вы успеваете? Если палец заморался, можно в тонких местах прям вот мизинчиком на бок, оставите мизинчик и тащите вот так вот. Кстати, вот, что еще хотела сказать о курсе. Так, благородный черный, кстати, он к слову пришелся, смотрите, сам намекнул, что про него надо сказать. Так вот, благородный черный – это у нас пастель лошадь. Если вы увлекаетесь анималистикой, то есть вам нравятся животные, пожалуйста, приходите на курс «Мой благородный черный». Там мы с вами нарисуем черного коня, я вам покажу, что
что делать, если у вас и бумага черная, и лошадь черная, и как сделать так, чтобы ее там было хорошо видно. И вы знаете, вот я вам скажу одну такую вещь по секрету, что этот благородный черный стал хитом, скажем так, нашей школы. На самом деле, и у меня вот этот вот рисунок тоже, из, как это назвать правильно, в общем, он шел в подарок мужчинам. Его купили раз, его заказали копии для того, чтобы подарить именно мужчинам в мужской кабинет рабочий. Считается, что это престижно очень. То есть такой подарок, который мужской. Вот. Так что если вы раздумываете, что вашему мужчине, вашему либо шефу, как, да, вот можно, вот были такие случаи тоже, что у тех, кто рисовал с прошлого курса, у них тоже, кстати, именно на мужские подарки разошлись эти кони. Вот. Так что довольно стильно выходит. Ну и похвалюсь немножко, что среди учеников у нас была 13-летняя девочка, и у нее просто потрясающе вышла лошадь эта. То есть и она смогла. И я думаю, что вы тоже сможете, потому что объясняется буквально все. Сейчас я добавляю холодного зеленого вот этого, который здесь был, просто чуть-чуть он порозовел, поэтому я его добавляю. Сейчас у нас с вами будет стадия проработки деталей, и потом мы сразу уже двинемся на листву. Давайте добавим чуть-чуть зелени обратно вот сюда, всей, которая смешалась и стерлась. Так вот, давайте дальше о цветах. Значит, курс по цветам. Ну, выгоднее всего, конечно, взять сразу целиком, либо взять не один урок, а два или три, потому что в итоге, когда вы все уроки уже оплатите, да, у вас получается так финансово, что два урока просто бесплатно попадают к вам. То есть экономия равна стоимости двух уроков. Ну, это приятно, я считаю. Так, давайте возьмем вот такой средний розовый. Это, вот смотрите, значит, у нас был темный. И вот следующий, вот такой. Мы рисовали пока вот этим. Вот я отложила вот этот рядышком, чтобы показать, что они примерно у нас будут в одной гамме работать. В одних и тех же местах. Вот давайте здесь светлые места. Добавим теперь свечение в рефлексах, там, где у нас потерялось. Вот так вот, смотрите. Я положила штрих, вот сейчас еще раз. Положила штрих, хоп, вот так, и размазала. То есть я пальчик прижимаю и потом с мазком убираю. Мазок всегда нужно делать по направлению лепестка. Если он горбатенький, то мазок тоже будет горбатенький. Так, и вот так же проходим, где у нас потерялось. Вот здесь я вижу, что, смотрите, у нас, да, вот такой светлый такой участок, показывающий, что вот это падающая тень вот этого цветка. Как нам это показать? Положить вот такие вот прожилки, оставляя незакрашенные серединки, вот эти вот темные, вот то, что у нас сейчас было в нижнем слое, оно остается между штрихами, и мы кладем только освещенные части. А потом пальчиком вот так не сильно прижимая уже, потому что там у нас слой пастели есть. Если мы сильно прижмем, у нас все провалится. Вот. Если у вас растушевываете и уже довольно сложно это делать, в том плане, что бумага, например, ваша не позволяет, значит, уже не растушевываете, просто кладете сверху эту пастельку, и все. Как бы сказать-то так, что растушевывать можно не только пальцем, можно еще и мелочком. Так, и давайте, где еще у нас? Вот здесь какая-то жилочка светленькая. Точно так же. Здесь все действия, они идут по системе. Вот давайте этой системе следовать. Раз, два, три, четыре.
раскладывать. Одним и тем же мелочком проходимся по всем цветам. Здесь желательно не перебарщивать. То есть, если вы видите, что этот цвет здесь лишний, например, то не кладите. Только туда, где вот прям очевидно он просится. Так, где еще? Еще вот тот, лежащий внизу. Закрепить рисунок. Так, еще один больной вопрос. Больной, потому что есть такой товар, как фиксатив для пастели. И есть художники, которые на YouTube и везде там в соцсетях говорят всем налево и направо, закрепляйте, пожалуйста, лаком для волос. Это, честно, больной вопрос, потому что очень много зависит. Закреплять можно, но вопрос в том, что это либо, если вы не знаете свойств ваших материалов, то вы либо теряете рисунок, то есть он уничтожается, либо, если вы знаете свойства той бумаги и той пастели, которую вы в данный момент использовали, и пользуетесь уже фиксативом с умом, как говорится, да, то есть вы все просчитали, вот в таких случаях можно закреплять. Вот. И еще фиксативом закрепляются средние слои, если это прям необходимо. Я фиксирую очень редко. И вы знаете, еще ни одна пастель никуда не отвалилась. Вот у меня стоит мольберт за моей спиной, и там просто в открытом виде работы, которые у меня бывают, зреют месяцами. То есть я вот хожу, смотрю на них, и пока вот не придумаю, что с ними дальше, да, как дорисовывать, они стоят, и ничего не отваливается. Вот, поэтому пастелька, если бумага у вас хорошая, то пастель с нее никуда не девается. Вам ее закреплять, в общем-то, не нужно. Кстати, о том, как пользоваться закрепителем уместно, я рассказываю как раз в уроке про розу. Там мы брызгаем лаком, всем известной прелестью. А, нет, так я там брызгаю латур, это у меня специальный закрепитель, но, в принципе, прелесть, она также действует. То есть я разницы особо не увидела между дорогим латуром и дешевой прелестью. Вот. Так, самый светлый розовый мелок. Это Рембрандт. Это Рембрандт, выбеленные розовые. Рембрандтов легко узнать. Вот смотрите, у них такой пупышек в серединке. Вот этот, а вот это другая марка какая-то. Я даже не знаю, что за марка сейчас. У меня их разных несколько. Ну вот опять Рембрандт, видите, опять пупышек. Потому что они там держатели на производстве, когда машина их делает, у них вот это все держится. Каждый мелок машина держит, и получается пупышек. Поэтому Рембрандта всегда легко узнать, если это не середина мелка, а именно какой-то из хвостов. Потому что обычно он делится на три части. Для работы так удобно. Вот. Итак, про фиксативы, значит. Можно и прелестью закреплять, но проблема в том, что здесь очень важен порядок наложения слоев, какая у вас бумага использовалась и какая пастель. Вот, об этом мы всем разговариваем как раз в уроке роза. И еще самое такое большое и важное, что я хотела сказать, но раз 500 уже забыла, про курс «Райский сад». Это то, что там мы рисуем на бархатной бумаге. Современная промышленность нам предоставляет такую возможность использовать бархатную бумагу для рисования пастелью. Традиционно был такой вариант, похожий на этот. Использовали замшу. Ну, на замше рисовать, я думаю, вы понимаете, да, что это дорогое удовольствие. И как бы тут зачем, если есть бумага? Это раз. Во-вторых, отечественная бархатная бумага дает нам возможность разрисоваться, то есть привыкнуть к материалу, и потом можно перейти на более дорогую качественную немецкую бумагу Ханимюле бархатную. Она продается большими листами, и там как раз уже такие цвета, как серые есть, желтые приятные, такие как бы кукурузные. И так далее. То есть уже бежевые, какие-то зеленоватые, не кислотные, не ядреные. Что как раз художникам-то более нравится, да, такое привычное. Вот наша бархатная бумага детская, она очень яркая. И я как раз в этом курсе показываю, как справиться с этой яркостью и перестать бояться, что бумага довольно сочная.
И как, главное-то, ладно бояться перестать, как из этого пользу извлечь? Потому что на самом деле там, где пастелька не справляется, бумага очень сильно помогает. Вот, сейчас я прорабатываю все краешки. Видите, да? То есть я взяла, ну, там темный, где позволительно, можно где-то светлый взять, проработать краешки, именно вот эти лепесточки. Давайте с вами уже ускоряться. Кто не успевает, прям меньше деталей, больше объема. Давайте вот будем как-то побыстрее это делать. Говорить я могу очень долго. Вот. Так вот, о детской бархатной бумаге. Она стоит копейки, я бы сказала, по сравнению с немецкой. Поэтому на ней очень интересно разрисовываться, то есть привыкать к материалу. Вот. И она везде доступна, в то время как, например, немецкую нужно еще поискать, чтобы добыть. Вот. И заодно я показываю в этом курсе именно, как пользоваться фиксативом, чтобы не угробить свое творение. То есть вкладывали вы несколько часов труда, а потом хлоп, обрызгали фиксативом, как кто-нибудь там вам из интернета сказал, и все. И вы видите, как ваша пастель просто помирает, и надо дорисовывать все заново. Вот это очень обидный момент, потому что тот, кто вам сказал, что всегда надо брызгать, иначе там кто-то любопытный пальцем залезет и все размажет. У меня, кстати, бывали случаи, когда в багетный салон я приносила, и люди пытались поставить сумки, положить какие-то свои вышивки на мои работы, но это обычно пресекалось все мной, поэтому в целом работы не пострадали. Но если даже побрызгать фиксативом, все равно смажется, если вы притронетесь к работе. Поэтому фиксатив довольно-таки условная штука. Она нужна очень редко в работе, прям очень-очень. Ей обычно делают не последние слои точно. То есть, ну, можно брызгать первый слой, да, чтобы что-то закрепить, и оно уже не смешивалось. Так как, ну, например, эти, ваш рисунок первоначальный, да, вот кто углем себе рисует, первоначальный рисунок, кто чем. Я рисую пастелью и светлыми какими-то мелочками. Поэтому мне не нужно закреплять. Вот. Либо если вы белым рисовали на темном, и у вас уже еще белее надо, а мелок уже не может, ну, тогда можете побрызгать, но потом вы все равно будете дорисовывать. Вот. К вопросу хранения. Хранить работы. Я храню в папке с калькой. Вот купите кальку, она такая, знаете, с ведьмой на обложке, такая там колдунья в шляпе в треугольной, конусом такая шляпа у нее огромная. Вот смотрите, я одним и тем же мелком просто прохожу, добавляю детали, и все. Ничего хитромудрого здесь, просто вот линии, тени, которые вот разрезы этих лепестков. Просто добавляю, ничего больше не делаю. Вот, так вот, это колдунья в шляпе, там это калька под тушь, она такая скользкая, прозрачная. Я вот вам покажу, она прям блестит. Вот, видите, да, блеск такой, это важно. Я поначалу пользовалась пищевой такой вот этой вот для выпечки. И оказалось, что эта пищевая, она, во-первых, матовая, и на ней снималась, она снимала часть пастели на себя. И рисунок размазывался. То есть, когда вы из папки достаете, у вас рисунок превращался в какую-то кашу. Ну, такое довольно неприятное зрелище, когда вы старались, а потом достаете похвастаться, а рисунок уже никакой. Поэтому я перестала пользоваться вот такими неблестящими. Это называется калька под карандаш. Она такая, на ней хорошо карандаш пишет. А стала пользоваться калькой под тушь. И прямо в эту папку я складываю, прокладывая листочки вот так вот. Вот рисунок, потом калька, потом следующий рисунок и так далее. То есть сколько папка в себя влезет, вмещает. Все хранится прекрасно. Некоторым рисункам несколько лет, и они никак не изменились. Даже учитывая, что я эту папку таскаю временами туда-сюда. Так, ну ладно. Теперь давайте добавим светлого, то есть темными прошли, лепесточки обозначили. Теперь давайте светлым наметим. Давайте сразу к белому пойдем, наверное, да? Потому что время уже бежит прям нещадно. Сейчас я белый вытираю об тряпочку.
И вот смотрите, у нас где самые яркие, вот прям вот те, которые белее белого. Вот давайте их и пойдем делать. Это самые выпуклые части. У меня мелочек крошится, и он поэтому оставляет такие крошки. Я эти убираю сразу, иначе будет потом пятно непонятное, которое мне не нужно. Так, и вот эти белые добавляете в самые-самые яркие места. И чуть-чуть вот так вот растушевывайте, буквально немножко, чтобы смягчить, не более. И опять по традиции мы проходим так все цветы. Сделали один, пошли к следующему. Здесь главное не увлечься, потому что тут мы только те цветы, которые на свету показываем. Вот тот, который утопает в тени, мы его даже трогать не будем. Принцип работы тот же самый. Растушевываете только по ходу движения лепестка. Я вот еще сейчас вспомнила одну такую вещь, что еще был снят и сейчас готовится для вас еще один курс. И этот курс специально рассчитан на тех, кто либо давно-давно учился в художке и теперь хочет возродить это все. Ну, к слову, я 10 лет вообще не рисовала руками, хотя училась в художке. И думала, что уже все, все потеряно, я ничего не смогу. Вот, мне удалось возродить, вспомнить и дальше начать прогресс. Так вот, все, кто учился и забыл, да, и сомневается теперь в себе, либо те, кто не учился, таких тоже очень много встречаю, кто вот не учился и только сейчас понял, что очень хочет рисовать, тому очень не хватает фундаментальных знаний по рисунку, по рисованию именно объемных объектов. То есть все то, что нужно знать, чтобы сделать иллюзию 3D. Ну, 3D это так больше, как сказать сейчас, просто модное слово, да, но так-то объем. Вот. Как разобраться? Меня, знаете, что часто спрашивают еще, что такое холодный или теплый оттенок? А какой холодный или теплый? А красный это холодный или теплый? А желтый это холодный или теплый? И так далее. То есть вот такие вот мучения у народа происходят регулярно. И, соответственно, мне задают эти вопросы. Я собрала в кучку все вопросы, которые возникали у обучающихся. И решила снять курс, чтобы раз и навсегда у людей отложилось именно правильное восприятие и правильное, знаете, как бы не важно, сколько знаний в твоей голове, важно, чтобы ты умел их найти. То есть сама вот это вот, сам принцип работы. Вот, Соня, молодец, 11 лет, молодец. Давай, скоро пойдешь, и главное, чтобы там ты чувствовала себя свободно. Вот. На уроках, то есть чтобы ты ориентировалась в том, что там будешь делать. Так вот, спрашивают очень много всего, да, и вот это я решила объединить и дать свои какие-то, как говорят, без воды, да, без лишнего там хождения туда-сюда в объяснениях, но четко и понятно. То есть, например, тема передачи объема у нас урок будет, он длится всего лишь час, и за этот час вы, как говорится, вы войдете в этот урок человеком, который не знал, как делаются объемные вещи, и выйдете оттуда человеком, который теперь-то точно понимает, как это все делается, и может в любой момент выдать такое из всего, что задумано. То есть не то, что задано в уроке, а вообще из любого. То есть я даю там самые такие принципы базовые. Не конкретно какие-то, вот если в курсе по цветам мы с вами проходим, рисуем цветы, то в курсе таких вот основ рисования мы с вами делаем упражнения. Как ставить руку, как, ну, вернее, будем сделать, да, упражнения. Курс готовится к продаже. Вот. Оформляются все нужные для этого странички, чтобы вам было все просто и понятно.
чтобы было удобно учиться. Вот. То есть там мы с вами будем конкретно отрабатывать все вот эти вот нюансы, как что делается, как различать, как научиться видеть холодное, теплое, как это не просто видеть, а как это использовать, и что получается. И еще очень такие больные вопросы. Вот у меня не хватает такого цвета, не хватает такого-то. В общем, надо мне еще 3 килограмма пастели, иначе я рисовать просто не могу, мне нечем. Вот это тоже болячка и такая народная боль. Так вот, это все мы будем отрабатывать на конкретных заданиях. У вас там будет почти под каждым уроком будет домашнее задание. Вот, чтобы вы точно усвоили этот материал и в дальнейшем просто не спотыкались уже об такие темы, например, когда вам нужно нарисовать что-то объемное, вы просто пошли и нарисовали, и у вас не возникло вопроса, а как это, почему у меня плоская, да, или там я нарисовал кошку, почему она плоская, вроде столько шерсти изобразил, а кошка выглядит по-детски, например, да, или там, ну, то есть вот такие вот вопросы, которые качественный скачок делают в ваших работах. Вот смотрите, я сейчас добавила белого, да, и все заиграло. Вот, именно качественный скачок, после которого ваши работы уже точно никто не ткнет, не скажет, что вот тут плоско, тут так себе, тут у вас поехало что-то, тут все перепутано, да, то есть это, может быть, вежливый не скажет, но подумает. Поэтому как раз в расчете на то, чтобы курс сделан, чтобы покрыть вот эти пробелы. И скажу, что вот у меня семья, 3 детей, да, и я как бы не нахожу в своем расписании, то есть у меня много работы вот по рисованию, я не нахожу в своем расписании лишних лет там 5-6, чтобы пойти и где-то там сидеть и рисовать там, как бы стандартные постановки, натюрморты какие-то, еще что-то, да, потому что это очень касается количества времени моего. Вот. И если бы мне, когда я восстанавливала свои знания по крупицам, собирая, когда реально не было уроков в интернете, если бы мне кто-то дал такой урок, что вот смотри, ты там за 2-3 дня ты узнаешь то, что там в художке за год проходят, я бы согласилась, не раздумывая, потому что мне мое время важно. Я еще хочу для себя что-то порисовать, я хочу, чтобы рисунками восхищались, потому что мне это важно, и если мне самой не нравится рисунок, удовольствия он не приносит, мне должно нравиться и самой. Вот, поэтому все вот, что делает ваши рисунки более такими интересными, более выразительными, как раз и собрано в этом курсе. Информация о курсе будет размещена, вернее, уже размещена под трансляцией на этой же страничке, вы можете почитать. И если вы заинтересовались, можете просто подать заявку, и все. Это, как бы сказать, безопасно, то есть вы в течение 3 там, дней можете думать, нужно вам или нет, но чтобы вы не забыли потом, знаете, как мы все любим откладывать, да, так вот, чтобы вы потом не забыли, хотя бы подайте заявку, зарегистрируйтесь, вот, если вы потом передумаете, это уже другой вопрос, вот, но хотя бы вам эта заявка позволит вспомнить вовремя, вот, такие вот у нас дела. Осталось, давайте-ка вот сюда я сейчас добавлю белого, да? Вы успеваете? Вот нам наш уважаемый администратор подсказывает, что уже на следующей неделе будет доступен курс по основам рисования. Я его рекомендую всем, кто хочет именно не заниматься раскрашиванием картинок, а понимать, что он делает. То есть пусть даже и раскрашиванием, но понимать. Потому что вот смотрите, если вы не понимаете, что нужно делать, вы же вряд ли сделаете правильно, да? Даже не то, что правильно, а вообще как-то хорошо. Скорее всего, нет, будет очень сложно. И этот курс рассчитан именно на выработку понимания. Посмотрите, какие цветы. Если вы делали примерно раскладку, как и я, здесь даже детализацию можно сильно не углубляться, а именно вот так вот общими пятнами. Посмотрите, они объемные стали. Напишите мне, пожалуйста, 2 плюсика в чат, то те, у кого объемный рисунок получился.
вот уже на данном этапе. Я жду ваших ответов в чате. И пока наношу последние белые штрихи на оставшийся цветок. Так, вот у Светланы вижу, что объемно получилось. Светлана, вам нравится то, что вы видите у себя на рисунке? Вы довольны своим рисунком? Вы видите объемный, как сказать, ну, важно, чтобы промежуток нравился. Вам нравится ваш? Так, вот Мара вижу. Так, стоимость нового курса вы узнаете в ближайшее время. Он не будет, скажем так, из-за заряда дорогих. Это будет вполне приемлемая цена. Но точно пока сказать не могу, я не владею этой информацией. Чуть позже всем будет известно. То есть если вы оставите заявку, вам, как говорится, заявка – это еще не оплата. Поэтому вы можете оставить, и вам придет письмо. Там будет вся полная информация уже, где, как и сколько это стоит. Если вы, допустим, решаете, что вам это пока, ну, дорого или еще что-то, да, или не нужно пока, вы решите заниматься пока сами по себе, то вы можете просто проигнорировать это письмо и все. Если вы решаете, что вам пора развиваться дальше, и это то, что вам нужно, тогда вы уже как бы... Цена будет уже известна в этом письме. Вы просто зарегистрируетесь уже на обучение. Вот. Этот курс, сразу скажу, что он с обязательной моей проверкой, потому что без обратной связи смысла нет. Я не вижу смысла давать его просто посмотреть. Здесь вся работа строится на понимании. Вот, Светлана, вам нравится. Это хорошо, потому что вот если вам уже нравится, если вы видите объем, это значит, что вы идете в правильном направлении. А теперь давайте с вами переходить к уже зелени. Время нас поджимает нещадно. Смотрите, разбираем наш рисунок. Ой, фотографию, да? Вот, ну, в данном случае это фото. У нас самое темное. Что у нас самое темное? Это вот промежутки. Здесь листочек очень темный. Вот здесь листочек тоже. Это не промежуток. Значит, мы берем с вами, и нам нужно теперь определить, да, где у нас тут лист, где не лист. И есть светлые места стебля. Стебель это, если на него посмотреть, то это трубка. Мара пишет, как понять, что работа закончена? Всегда мучаю работу до последнего. Знаете, это приходит со временем, когда вот в голове возникает такое слово, три буквы, все. Вот вы понимаете, что дальше вы уже начинаете как бы через себя переступать, надавливать на себя, да делай еще тут. Чтобы это, вот эту границу начать чувствовать, почаще отходите от рисунка и смотрите издалека. Я использую еще такой трюк. Зеркало. У меня рядом с рабочей зоной всегда стоит зеркало. Я смотрю. Сейчас вот попробую, чтобы в камеру было видно. Я смотрю в зеркальном отображении. Так, как бы это сделать? Вот. Вот оно темненько, да, сейчас. Ну, вот как-то так. И если в зеркале мне нравится, то я ничего не трогаю. То есть я в зеркале ищу те места, которые мне не нравятся. Если мне все нравится, то больше трогать не надо. Вот. Такой вот небольшой трюк. То есть либо вы отходите, либо вы смотрите через зеркало. Или то и другое. Очень тоже полезно именно издалека посмотреть в обратном изображении. Почему в зеркальном? Потому что наши мозги вдруг восклицают, ой, что-то новенькое, и начинают уже по-другому смотреть на рисунок, а не так, как мы привыкли вот в течение 2 часов уже. Так. Значит, нам сейчас очень быстро. Да, в телефон тоже можно. Он уменьшает, и как будто вы отходите дальше. Давайте быстренько сейчас листочки закончим и стебли. Так вот, стебель – это трубка. Трубка – это цилиндр. Из начальной программы художественной школы, да, это вот тоже цилиндр, это друг ближайший у шара, у куба и у конуса. То есть это вся такая шайка, которая, через которую проходят все начинающие.
если кто не прошел, вот эта вот база, она сразу видна, что человек не получил этих знаний, и он мучается, путается, и работает часто с, такие, с ошибками именно в самой основе, в самом начале. Вот, то есть весь процесс передачи объема, он зависит от этих товарищей. Здесь у нас, значит, товарищ цилиндр. Возьмем мы с вами для этого. Значит, у меня тут есть теплый зеленый, такой светленький. Так, он немножко испачкался, вытру. Есть холодный зеленый, вот видите, да, разница. Разбеленные такие товарищи. Хотя вот этот, вот еще похолоднее даже, вот этот. Так, и надо потемнее что-то взять. Потемнее я возьму вот такой зеленый, либо вот так это, наверное. Не знаю, надо пробовать, в общем, какой из них подойдет. Возьму темненький. Вот это, кстати, вообще наша отечественная пастель. Это, по-моему, даже подольская. Подольская хорошо рисует, я бы сказала так. Есть, которые царапают, но в целом я пользуюсь. А на некоторых бумагах вообще не важно, что они там, жесткие они или мягкие. Итак, что у нас происходит с цилиндрами? Цилиндр у нас, во-первых, смотрите, возьмем вот кого-то из этих палочек, да, из трубочек этих. Здесь они теплые, тут они холодные. И у них есть свет, и есть тень. Смотрим, кладем, значит, находим, вот где у нас вот эта палочка. Если вам удобнее идти от цветка, значит, кладем светлую часть, вот так вот ровненько. У меня вот бумажка шевелится от движений. Так, в общем, ровненько вот так кладем светлую часть нашим вот этим вот разбеленным зеленым. Темную часть можно положить прямо от самого конца. Вот так вот ведем, прижали прям сильно и ведем ровную линию. Тут главное все сделать с одного раза. Вот. Получилось темное, отлично. Давайте такой трюк с остальными тоже проделаем. Сейчас я попробую вот другой еще зеленый. То есть сейчас мы их... Ага, вот он светлый слишком. Ну, значит, кроем его поверх. Поверх прям проходим темным. Вот. Давайте заложим сразу все темные, а потом мы быстренько пойдем уже на светлые части и останется нам только затушевать. Так, вот эти вот ножички, они там находятся в тени. Вот здесь все соберем сейчас, все, которые остались у нас. У каждого цветка должна быть ножка. Я просто пытаюсь ускорить процесс, а ускорить это когда, знаете, как вот конвейер, да, был Генри Форд, придумал конвейер. Конвейер состоял в том, суть его, что каждый работник делает какое-то простое действие и потом передает следующему. То есть едет лента, и следующий рабочий делает тоже простое действие. Так вот, правда в том, что человек может делать простые действия гораздо быстрее, чем набор простых действий. Соответственно, мы с вами будем упрощать задачу просто. Вот взяли один мелок и прошлись по всем. Потом взяли еще один и опять по всем прошлись. Смотрите, я до конца не довожу, потому что здесь будет теплый. Вот так. И вот этот набор простых действий мы сейчас с вами будем повторять почти на всех. То есть вы смотрите на референс, где там, ага, вот здесь вот светлый, вот у этого светлый. Прям поворачиваете, вот так вот берете, и едет этот вагончик вот так вот по стеблю. Тепленький вот этот. Вот здесь где-то тепленький. Прижимайте хорошо и прям ведите ровно, может быть, не так быстро, но ровно. Здесь важна аккуратность, чтобы у вас стебель был стеблем, а не какой-то веткой. Так, и вот здесь еще светлое, такое тепленькое. Потом холодным также пройдемся. Вот, теперь давайте поедем холодным. Встали с этого же места, где закончился теплый, поехали холодным. Вот, получилась ножка. Дальше едем. Теневые мы не будем прорабатывать, там уже все, что есть, хватит его. Так, и осталось буквально чуть-чуть. Давайте, теперь вытираем пальчики. Надо, чтобы пальцы были совсем чистые. Теперь мы с вами берем от цветка
Если где-то прямо залезли, вот я вижу, что здесь у меня размажется некрасиво, я уберу пляточкой. Вот, прямо от цветка прижали прямо сильно, чтобы аж прям вот и потащили вот так вот по дуге. Вот, смотрите, с одного движения все растушевалось. Попробуйте. Дальше опять прижали возле цветка, опять потащили. И тут важно видеть, куда вы тащите. Можно тащить в обратную сторону, вот так, чтобы видно было, куда, где остановиться. Прям я беру мизинец, поворачиваю на бок и вот так таскаю. И смотрите, уже объем получается. Причем я особо ничего не делала, да? Мы с вами нанесли в нужные места пастель и потом просто взяли ее и размазали. Вот, стебли готовы. Теперь берем. Давайте с вами, знаете, что сделаем? Не темные, а все-таки со светлых, наверное, мест пойдем. Хотя, вот я уже просто думаю, как быстрее это сделать. Время кончается, у кого-то уже темная ночь совсем. Давайте все-таки с темных. Смотрим. Темное место у нас вот здесь, листочки именно темные. Вау, у меня вышло, пишет Соня. Правильно, вот именно что, вау. Раз, и готов стебель. И цилиндр готов уже. То есть видно, что это трубка. Если все сделать по технологии, то должно получиться очень даже правдоподобно. Так, сейчас я наношу, ну, закрашиваю, можно сказать, да? Такие темные области. Какие найду вот здесь вот. Я думаю, что по окончании вебинара вы все равно где-то что-то еще будете доводить в своем рисунке. Ну, вот опять же, воспользуйтесь телефоном, либо зеркалом, либо и тем, отхождением подальше посмотрите на свою работу. И если есть что-то действительно закончить, а в основном это будет просто привести в порядок аккуратно стебли вот эти листочки, да, чтобы ничто не торчало. То есть, чтобы у вас рисунок был просто опрятный. Чаще всего доработки в этом. Объем мы с вами уже так сделали. Все тут прекрасно с объемом у вас получается. Вот. По-другому просто не могло быть. Так, и раскладываем внимательно все вот эти части. Здесь уже не бойтесь так прям попасть. Главное, чтобы не закрасить эти палочки вот эти. Листья у тюльпана, они такие жилистые, как сказать-то, в виде такого вытянутой пачки ниток, да, вот как бы если бы мы взяли несколько веревочек и их вытянули, то вот такие вот эти жилки как раз, они у тюльпановых листьев их хорошо видно. Так, вот здесь под светлым цветочным бочком у нас присутствует довольно темный край листа. Дальше вот эти ножички я тоже сделаю такие прям темненькие все-таки. Они находятся внутри, там темно. Ну, чуть-чуть подрастушую. И вот здесь последняя такая темная область на листочке. Такая серединка у листа. Так, 8 час, да, да, время летит. Видите, за рисованием время очень быстро летит, и нам надо успевать и порисовать, и все, что важное вам рассказать, мне нужно успеть. И в то же время важно, чтобы никто не устал. Как только вы устаете, если вот, ну, знаете, вот у меня, например, такое есть, как только я прям проголодалась, то все, я обычно иду подкрепиться, потому что рисовать в голодном состоянии, у меня даже руки не шевелятся нормально. Вот, поэтому как только вы устаете, лучше отдохнуть. Вот. И из-за этого я стараюсь делать сейчас побыстрее, чтобы вы не устали так сильно. Вот, я, значит, дальше мы работаем осветлением. Смотрите, да, мы вот с вами будем класть то же самое, что мы делали на цветах, только в розовом. Здесь мы сделаем все то же самое, только в зеленом. У цветков все те же тона, от темного до светлого, что и у лепестков, ой, у листьев, извините, все время путаю.
наносим вот этот разбеленный зеленый, вот мы видим, что цвет как раз очень похож. И вот смотрите, растушевка здесь такая же вообще, абсолютно такая же. Так, вот здесь вот я средним зеленым немножечко прокрою. И чтобы получить новый цвет, я смешаю его, новый тон, вернее, из этих зеленых, я смешаю его вот так вот, тонирую с более светлым. И все. И опять вот так вот пальчиком по движению волокон на этом листе. И все. Видите, у нас уже листочек вырисовывается. Останется в конце, вот я вам сейчас покажу такую штуку. Так, вот этот, по-моему, очень... Не виден будет тут, да? Нет, виден, смотрите-ка. Это же еще работает он, видите? Яркое что-то получилось. Я просто делаю несколько вот таких нитей. Ярких. На самом краю. Это вот блеск. И все, вот этот листочек готов. Мы больше его не будем мучить. Давайте я доделаю сейчас быстро. Хотя бы вот кто-то из этих вот листочков будет готов. И потом переходим сразу уже к тени. Это очень растянулось у нас с вами по времени. Вы можете смешивать ваши оттенки, которые у вас есть, потому что всех цветов, вот, все, что мы видим в натуре, на фотографиях, еще где-то, да, все, что нам хочется изобразить, бывает, что цвет, ну, где такой взять? А взять его нужно из смешения. И часто бывает такое, что неважно, какой у вас там цвет, важно, как он вместе с остальными выглядит. Тень от бутонов, да, сейчас я покажу как раз, вот листочек еще один закончу, потому что он прилегает вот к этой области тени. И дальше мы с вами уже двинемся на тени. Чтобы, ну вот эту часть уже закончить будет по аналогии, тут несложно. Вы ее сможете сами доделать. Когда вы здесь вот делаете сплетение лепестков и, ой, листочков, вернее, и стеблей, помните о том, что стебли отбрасывают тень на листок, поэтому в каком-то вот расстоянии небольшом листочек будет иметь затемнение. И только дальше он будет светлеть. Накладывайте одну пастель на другую и получайте новые цвета. И размазывайте вот так, видите, прям вот я пальчик вытерла и пошла заново, да? Вот, получился лист. Листочек у меня прям убегает, убегает, я тороплюсь, и он убегает. Так. Ну, в общем-то, здесь все. Сейчас я подровняю чуть-чуть вот здесь. Вот этот стебель. И смотрите, что можно сделать, чтобы стебельки заиграли так же, как у нас играют бутоны, когда мы сделали белым, добавили. Самые светлые места, они вот здесь, видите, на самом изгибе. То есть не на весь стебель, а именно на сам изгиб. Добавьте белого вот так вот чуть-чуть. И точно так же пальцем растащите. И у вас эти вот места на стебельках, они будут более яркие. Видите, сразу добавилась такая живость. Вот. И здесь немножко. Все. Давайте переходить уже теперь к пространству тени. Так, у меня бумага коричневатая. Если у вас просто серая, холодная, тогда используйте более вот этот вот, ну, холодный такой сероватый, да? Если у вас бумага какая-то теплая, цвет такого коричневого, то используйте темно-коричневый оттенок. Я тщательно вытираю пальцы, и даже вот, были бы у меня с собой влажные салфетки, но я их не очень люблю, поэтому у меня их сегодня нет. Вот, вытираю пальцы так, чтобы зелень с них убрать, потому что нам здесь важно прям чисто-чисто. Так вот, давайте, значит, начнем, как всегда, с самых темных мест. Где у нас самые темные? Вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь, да, вот это вот пространство. Чтобы не было страшно, что мы где-то здесь что-то накосячим, мы давайте с вами пойдем с ограниченных мест. Здесь просто идет раскраска. Вот как вы
раскраски раскрашиваете просто, да, вот есть какая-то, какое-то место, которое надо заполнить. Вот заполняете, ну, можете немножко притушевать. И вот эти промежутки заполняете. Еще мы с вами не добавили рефлексов на цветы. Пока что они просто розовые. Вообще по правилам надо бы добавить рефлексов. Сейчас, если успею, я еще покажу, как это делается. То есть не от цветов рефлексы, а от зелени. Поскольку зелени у нас с вами еще не было на тот момент, когда мы рисовали цветы, зелень я пока зеленый рефлекс не вводила. Поэтому сейчас после тени дам немножечко понимание, как это делается. И вы сможете такой же эффект повторить на всех остальных цветах. Очень аккуратно здесь растушевывайте так, чтобы у вас и цветы выделялись, и в то же время не было каких-то ломаных стеблей, ломаных листьев. Здесь прям нужна такая точность. Потом аккуратнее доделаю. Вы тоже пока так. Потом это все приведете в порядок, чтобы все края были ровненькие. Если где-то край, например, у вас заехали вы серым, да, или темным на зелень, тогда просто в этом месте опять положите зелень и все. Помните о том, что пальцы у вас разной толщины. Вот есть более толстые пальцы, да, широкие, есть более тонкие. И поэтому в разных по толщине местах мы лазим разными пальцами. То есть надо нам какое-то очень узкое место растушевать. Берем мизинчик, поворачиваем его на бок и тушуем. Вот. Далее. Здесь уже такая область, которая выходит наружу. Вот видите, да, здесь уже выходит она. Вот давайте здесь уже следующий прием используем. Здесь в этой части будет так же, как и в верхних, закрашено все ровно. Но количество пастели уже чуть-чуть поменьше будет. То есть тень наша будет более светлая. Вот здесь вот так аккуратненько, не нажимая сильно, выходите на чистое место. У вас пальчик по-прежнему грязный в серой пастели. И прекрасно. Этим пальчиком пользуйтесь как будто мелочком. Вы прям вот его... Им вы вытаскиваете пастель сюда, наружу. Где надо, вот смотрите, да, там есть тень такая под цветком. Добавляете чуть-чуть еще. Чем, кстати, хороший Canson Metant? С обратной стороны, вот с этой гладкой, очень хорошо все растушевывается. В том плане, что вот эти вот растяжки цветовые, тоновые, они получаются более плавными. А с шершавой стороны, там вы видеть будете рисунок сот. То есть рисунок самой бумаги. Именно в этом есть сложность. И чтобы там растушевать, нужно применять еще различные такие фишки, скажем так, да, чтобы справиться с этой текстурой и чтобы сделать гладкий эффект. Поэтому шершавая сторона, она больше такая подходит для каких-то таких брутальных натюрмортов, чего-то там природного, каких-то этюдов, где нужна шершавость. Здесь нам нужна очень гладкая. Гладкие переходы такие красивые. И даже вот Тициана бумага, она в этом плане нам подойдет, потому что она скользкая, с нее как раз легче гладкую растушевку положить, чем какую-то такую плотную и шершавую. Вот, я наношу, и когда растушевываю вот сюда уже в фон, совсем, да, то есть не возле цветочков, а вот краешек этой тени, я почти не прижимаю палец. То есть очень легкое давление. Я растаскиваю таким образом сам порошок. Дальше уже вот здесь аккуратнее надо. Прям вот поставили, притянули с нажимом уже здесь и вытерли пальчик. Смотрите, вот этот участок у нас уже начинает оттопыриваться от листа. Вот хочется еще сюда привести тень вот эту, чтобы сильнее отвести от листа вот этот цветок. Действуем тоже так же, точно так же. То есть мы поворачиваем палец на бок, мизинец, и аккуратненько разносим пастельку так, чтобы у нас край у тени был очень мягкий такой.
Здесь внизу также поступаем. Смотрим, где тень более густая. Кстати, чем хорош вот этот вот Tyson Dor Kohinoor. Мне понравилась она, вот, как сказать, ну, да, она бюджетная очень. У нее есть приятные цвета, но вот, например, серые, которые есть во многих марках, к примеру, именно вот эта вот дешевая линеечка, да, Kohinoor, мне понравилась своей сыпучестью, вернее, не сыпучесть, а она легко разносится. То есть есть пастели, которые более такие жирноватые, что ли, и они прям цепляются за бумагу, и сложно растушевать, остаются комочки, пятна какие-то. А вот, вот это именно, она очень мягко разносится и позволяет делать плавные-плавные переходы. То есть одно пятно вы поставили, вы разнесли далеко. Это большой плюс в работе с пастелью. Из похожих свойств я могу выделить иностранные, например, Mount Vision, так разносится. Вот здесь очень темное место. Заполняем его и растушевываем. Если пастелька лишняя, значит, у вас там, ну, мало ли, да, вытираем пальчик и опять за свое. Когда вы рисуете, не давите слишком на мелочек. Тогда у вас бумага не травмируется. Если вы травмируете бумагу, то есть останутся какие-то такие потертости канавки, то это будет в минус потом рисунку. Я сейчас рисую Kohinoor софтом. То есть это вот экстра софт, он гораздо толще. Это тоненькая палочка, она довольно жесткая. Это просто софт. Там экстра софт, это картинка на коробке машина такая. Ретро-автомобиль нарисован. Вот это экстра софт, и внутри очень толстые мелочки. Ну и мягкие. А вот это вот как раз, где домик нарисован. Я не знаю, там итальянский какой-то или еще какой-то, ну, в общем, домик. Смотрите, что еще важно. Когда вы делаете тень, вам нужно, чтобы ваши контуры цветков не выглядели вырезанными и приставленными. Помните, раньше из открыток вырезали цветы и делали там коллаж какой-нибудь, стенгазету? Вот чтобы не было этого эффекта, вам нужно будет пальчиком вот так вот пройтись. Вот как мы на цветах, да, вот так ходили пальчиком. Вот здесь также. Одна половинка пальчика на сером, а вторая половинка на цветочке. И вот так вот смягчаете границы. Тогда ваш цветочек впишется в то место, где вы его, куда вы его определили, положили. Вот здесь чуть-чуть я задам, только вот буквально вот так вот. Вот. И все. Вот только чтобы эту довольно такую внушительную кучку разобрать. Здесь я серого чуть-чуть вот так добавлю. Опять же, для того, чтобы разделить эти цветы. Они как-то сплющились, скомпоновались друг с другом, обнимашки устроили. И надо разделить один от другого. Они оба в тени находятся. И так получилось, что у них соединились части. Так. Если у вас есть Faber и Подольская, есть ли смысл приобрести оба набора Kohinoor, вы имеете в виду, да? Kohinoor я бы посоветовала, наверное, в любом случае приобрести, потому что он очень удобен и тот, и другой. Есть, как сказать, вернее, не то чтобы есть работы, которые нужно тот или иной пастельный набор иметь, да, чтобы их сделать, а в принципе нужно разные. Это вот как вилки, ножи и ложки, да, для разных задач. На одном и том же листе, на одном и том же блюде, если мы говорим о кулинарии, вам нужны разные инструменты. Вот это то же самое. Пастель – это ваш инструмент. Если вы, например, взялись за пейзаж, то там присутствует небо, и там, да, какие-то большие там поля, не знаю, что-то, да, то это легче сделать мягким мелочком. В то же время вам нужны какие-то такие ветки, может быть, да, что-то там такое стройное, домики какие-то четкие прорисовать. И вот тут мягкий, он просто вам не даст свободы действий. То есть вы мучиться будете. Вы сделаете, я верю, но вы будете мучиться. Я считаю, что рисовать надо, конечно, мучаешься на стадии продумывания, но в итоге все-таки надо получать удовольствие. Вот. Поэтому нужно иметь разный инструмент, и твердый, и мягкий. И вот тут как раз Подольская наша хороша в плане твердого инструмента, а вот экстрасофт в плане мягкого. Но Подольская все-таки, она более жирная. То есть она... В чем это проявляется? А вы ее так не растушуете.
То есть вот такое подольское не сделать. Это может делать только очень сухая пастель. То есть сухая это не значит мягкая или твердая. Это значит, что она, как сказать, вот в ней связующего чуть поменьше. Связующего вещества, которое держит мелок. А вот в нашей подольской там есть, как сказать, определенная такая пропорция, когда мелок просто цепляется за бумагу сразу. То есть в нашей подольской хорошо рисовать либо на наждачке, да, то есть на абразиве. Вот я на пастелмате еще рисую, если кто знает, это бумага французская. Она тоже абразивная, но она очень мягкая, больше на нубук похожа. Вот. Вот на ней тоже подольская хорошо идет, ведет себя. И подольской хорошо рисовать еще в штриховой технике. Это когда вот вы накладываете много штрихов, но не растушевываете. Вот в этом плане ею можно рисовать вообще на любой бумаге. Вот. Так, ага, вот здесь еще, да, тень давайте добавим? Чуть-чуть. Причем я сделаю так, чтобы это оттопыривалось немножечко. Это было ощущение, что листик сюда торчит. Хоть он и туда на самом деле. Сначала мы не прижимаем совсем. Если вы сразу прижмете, у вас вот эти штрихи от мелка, они останутся. Будет сложно убрать. То есть вы нажимаете чуть больше и больше и больше, а сначала совсем слабенько. Потом усиливаете, где нужно, еще раз растушевываете, добиваясь гладкого эффекта. Вот такого прям, чтобы не было никаких... На качественном рисунке не видно линий, не видно, как вы это делали, видно результат. Ну, опять же, сейчас многие любят, чтобы видно было, как сделано. Поэтому тут тоже спорный вопрос, кому что нравится. Вот, смотрите, да, все, на 3D. Скажите, пожалуйста, давайте еще два плюсика я с вас буду вымогать у тех, у кого получился эффект 3D. Дальше, значит, эту часть вы доделаете сами, я тоже дорисую, выложу завтра под тегом, хэштегом Lavanda School Webinar. Если нам, администратор, напомните нам, пожалуйста, правильную формулировку хэштега для наших вебинаров. Я могу спутать. Вот. Так что давайте, напишите мне, пожалуйста, сейчас два плюсика, у кого получилось сделать тень и эффект вот этого выпуклости цветов получился. Так, и пока что я... Вот что, да, рефлексы. Помните, я говорила, что надо еще к рефлексам вернуться? Так вот, давайте возьмем зеленый. Ну, вот, да, средний, то, что мы использовали. И кое-где, там, где цветы прилегают к каким-то зеленым частям, где они находятся прям рядышком с зелеными, мы просто добавим таких вот зеленых пятнышек. И чуть-чуть пригладим пальчиком. Вот. Так что, где у вас у цветов есть близость к зеленым, там добавляете зеленый. Чуть-чуть. Это в основном у основания, либо вот если здесь лепесточек нижний, он прям смотрит на зеленую веточку, значит, можно прям в розовый сверху положить, но не давите сильно. Вот здесь вот должен быть. То есть сейчас мы, может быть, и не видим их на самом деле, на референсе не видим, но они по логике вещей должны быть, значит, мы их ставим. Вот у этого нету контакта с зеленым, поэтому у него нет такого рефлекса. У него даже скорее будет либо вот коричневым, либо серым будет вот этот вот рефлекс от поверхности листа. Так, значит, где еще, да? То есть, ну вот сюда добавим чуть-чуть. Это просто для того, чтобы в нашу среду внести эти цветы, чтобы они не выглядели аппликацией. Так, ну и вот здесь чуть-чуть. Так, жду ваши ответы, плюсики в чате, у кого все получается. У кого есть эффект 3D на рисунке. И давайте заканчивать.
Есть еще такой, рассмотрим вопрос, как подпись, где ставить. Оставить ее там, где она не мешает. То есть есть места на рисунке такие, которые не мешают восприятию работы. И при этом помните про отступы под раму. Вот, я могу здесь поставить. Да? Здесь, наверное, лучше даже черным. Сейчас я посмотрю, у меня где-то черная ручка была. Я использую гелевые ручки. Вот, у Сони вышло классно. Молодец, Соня. В общем, я жду вашей работы. Да? Мне же надо посмотреть, что у вас там. Мне же вот интересно на самом деле. А то я всю дорогу смотрю на собственный рисунок и на фотореференсы. Мне интересно, что у вас получилось, потому что от этого зависит как бы и мое понимание, как надо рассказывать вообще, да, что надо говорить, чтобы вы понимали, чтобы у вас получалось, чтобы вы не слонялись, как говорится, туда-сюда с пастелью в руках, что почему, а как, давай так сделаю, так. А может быть, один из там 30 вариантов будет правильный. Нет. Мне надо, чтобы вы поняли и применяли. Тогда прогресс у вас будет гораздо быстрее идти, поверьте. Вот здесь в тени я поставлю подпись. Такую, чтобы она не бросалась в глаза, но при этом была читаемо. Вот. И не спряталась под рамку. Так как подпись у нас, конечно, элемент композиции, она все равно заметная, но она не главная. Вот, лаванда-вебинар, правильно, точно. Я всегда путаю, у меня слишком много, наверное, знаний в голове. Они толкаются и выпихивают некоторые вещи из памяти. Вот. Так что очень жду. Я выложу завтра свой рисунок с этим хэштегом. Так, листья еще не успела. Все еще работаю с бутонами. Пастелью почти не работала до этого, только карандашами. А, вы рисуете, Варвара, вы рисуете только пастельными карандашами. Ага. Поясню. Пастельными карандашами можно все то же самое делать. Разница только в том, что вы... Ну, скорости, да? То есть, если это делать карандашами, вы получаете более детализированный рисунок, то есть возможность сделать более детализированно. И в то же время у вас просто больше работы, количество работы. То есть время уходит больше времени, потому что вы делаете, должны больше движений. Все, как бы только в этом. Чтобы нанести такое же количество мелка карандашом, ой, вернее, пастели карандашом, как и мелочком, нужно больше туда его втирать. Вот. Мара, я очень рада, что вам нравится результат. Вы новичок. Это хорошо, что у вас, ну, не 3D пока, а вы когда доделаете, у вас должен быть этот эффект, он появится, если вы просто повторите. Кстати, для тех, кто будет дорисовывать до того момента, как я выложу свой результат, вы можете использовать мой рисунок предыдущий, который на холодной серой бумаге. Он есть и в Инстаграме у меня в профиле. И профиль у меня называется Екатерина Стяжкина без дополнительных знаков. Вот, я там размещала. И также у вас в почте приходило письмо с картинкой именно с моего рисунка. Поэтому можете по ней дорисовать, подсмотреть, как делалось то или другое. Так, вот, всегда рисовала только цветными карандашами. А, понятно, да, это немножко отличается техника по исполнению. Но в целом, да, то есть она просто, как это назвать, технологически слегка отличается. Да. В общем, мы с вами прощаемся. Я тут еще рука тянется. Вот к вопросу, когда пора остановиться. Вот уже, в принципе, время подошло к концу. У меня еще руки тянутся дорисовывать. Так, вот. Варвара пишет. Благодаря вам впервые получилось красиво и аккуратно растушевать пастель. Хотя раньше пыталась еще другие уроки делать. И бутоны получаются бархатными. Я вас очень благодарю за отзыв, потому что действительно... Мне важно, чтобы у вас получилось так, как ближе к реальности. Потому что бутончики, такая нежная штучка, она шелковая, да, вот бархатистая, в то же время какая-то с шелковым блеском, то есть такая вот. И аккуратность, конечно, она
в рисунке дает много зрителю. Ну и в том числе сведения о вас. Да? Ваши рисунки – это ваш почерк, ваше произведение. На этом я прощаюсь с вами. Сейчас я переключу на лицо, чтобы вы, как говорится, не с рисунком, а со мной. Вот. Это все еще я. Вот то, что у меня еще не доделано. Вот. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего доброго, море вдохновения и сил на то, чтобы это вдохновение излить на листы пастельной бумаги. Тренируйтесь больше. Приглашаю вас на свои курсы по цветам и по основам рисования, чтобы вы могли сделать качественный скачок вперед. То есть не просто барахтаться и пробовать. Говорят, надо много рисовать. Но я считаю, что надо много рисовать, но знать и стремиться к определенным улучшениям. Не просто по количеству много, а много с отработкой определенных навыков. Вот именно на это рассчитаны мои курсы. Так что... Всего вам доброго. Жду на курсах, ну и также в профиле Инстаграм у себя и на профиле школы. Там бывают часто то плюшки какие-то, то еще интересности. То есть школа развивается, не стоит на месте, и мы для вас готовим еще интересные проекты. Всего доброго!